Идут последние дни уходящего года. Этот год был тяжелым для братских народов. Как вы знаете, в этом году нам пришлось пережить войну. Но впереди новые рубежи, но впереди новая жизнь. Будет много великих побед, будет много мира рассвет. Дорогие юные друзья, поздравляю всех вас с Новым годом. Шлю вам свой горячий привет. Войны света, добра и свободы. Нам было нелегко идти по неизведанному пути, но мы с уверенностью смотрим вперед. Успех и счастье Новый год принесет. Впереди новые рубежи, впереди новая жизнь. Будет много великих побед, будет много мира на свет. Дорогие юные друзья, поздравляю всех вас с Новым годом. Шлю вам свой горячий привет. Войны света, добра и свободы. Так, всем привет и всем с Новым годом. Я думаю, уже у всех потенциальных моих зрителей Новый год наступил, 2015 год. Ну вот, у меня как бы, не знаю, кто-то идет там бухать куда-то, кто-то там, не знаю, на какие-то уличные эти дискотеки в елке. Ну, а я решил, что, постримить. Ну, и я не один. Также со мной сегодня будет стримить Найтрики. Сейчас ему позвоним. Ля-ля. Привет, Найтрики. Привет. Слушай, ты тише не стал? Вот, мне кажется. Нет, не должен был. Все вроде нормально. Как-то странно. Так, сейчас что-нибудь поговори немножко. Да, ну вот, говорю. Все, ну нормально, потише игру сделал. Так вот, значит, игру мы сегодня будем проходить Bugs Bunny Time Busters вдвоем, это Sony PlayStation. Итак, ну что, запускаем? Ну давай. Ты запустил же или нет? Да, запустил. Сейчас заставочки. А, подключись ты первым, чтобы я был вторым игроком. Ну, тейк, да, сейчас напишу. Все, запустил? Угу. В смысле, к серверу подключился? Да, я тейк один написал. Угу, все. Я подключился. Соответственно, будем показывать все сюжетные сцены, все. То есть, если кто-то не видел эту игру, я сам ее проходил очень давно и... То есть то какое... почему состояние написано, что все загружено? Так, давай... Слушай, у меня что-то зависло все, на самом деле. Зависло? Да, давай я перезагружу все. Это недолго, слава богу, наверное, нафиг. Сейчас. Так, все, я как первый... А, ну вот, все, развисло. Так. Поможем? Ну, давай. Я не могу нажать, кстати, X. Ну, потому что я, наверное, это первый плеер. Давай. Так, а чё в обзоре? Давай посмотрим. Давай. Интересно. Стерео, громкость.
Вибрация, да. У меня даже вибра работает. А это что, дисплей план if? Это, наверное, с камеры что-нибудь намотили. If это да. Это я помню точно. If это короче, да. Короче, пусть как стоит, так и стоит. Лучше. Пусть-то. Так, сейчас я чатик поправлю еще. Все. Ага. Шипение, кстати, тоже слышно. Я так послушал немножко. Ну, прям кстати, вообще ужасно. Да не, терпимо. Поверь, вот с таким звуком, которым я на работе стримлю. Вообще жесть. Ну, тогда давай. А че это у тебя такая за гарнитура шипит? Ужасный. Это не гарнитура шипит, это звуковая карта шипит. Гарнитура неплохая, Philips. Да? А че у тебя с той звуковой? Ну, не знаю, какая-то она не очень. Так, это как это звали? Дафидак, вроде. Дафидак, да? Чем бы заняться? Этот переводчик. Да. Эй, привет. Дафидак, тебе надо быть осторожным, особенно в последнее время. Я думаю, что тебе нужно немного развлечься и расслабиться. У меня плохое настроение. О, пожалуйста, входи, входи. Меня последнее время беспокоит этот монстр. Но в этот раз все зашло слишком далеко. Я должен избавиться от него, пока не произошел несчастный случай. Какие могут быть проблемы? Если ты мне укажешь, где находится эта страшилка, я позабочусь о том, чтобы он тебя больше не беспокоил. Тут произошло ужасное несчастье. Сломалась машина, которая работала раньше. Мне нужно быть очень осторожным. И когда я последний раз видел этого негодяя, он был где-то здесь неподалеку. Нет, 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 это здесь. Это ужасное создание где-то здесь. Быстрее. Что? Быстрее, быстрее. Оно там. Избавься от него скорее. Пока оно еще окончательно не навредило. Не беспокойся, я в пещере. Именно поэтому я и беспокоюсь. Тут пока все нормально. Попался. Ты слышал, он сказал, успокойся, я в пещере. Ладно, получишь у меня еще. Это, видимо, его куда-то телепортировал, да? Ну теперь он в пещере. Но если нет, я богатый, богатый. Что это? Он же, помнишь, мультики он всегда вот так кричал? Ты смотрел какие-нибудь? Не помню, если честно. Про Даффи вообще ничего особо не помню. Ну, я помню, у меня мультик был, типа, 1001 сказка, ну, как, типа, Симбад. Эй, там что происходит? Бакс Банни. Между прочим, здесь внизу кое-кто живет. Простите, как дела? Привет. Вы мне не подскажете? Простите меня, сэр, вы не могли бы... У тебя когда-нибудь был такой день, когда бы ты себя чувствовал невидимкой? Простите, пожалуйста, вы не могли бы мне помочь с этим? Эй, стойте, подождите, стойте. Эта штука убивает меня. Мне нужно знать, куда это все так спешат. Ну, здравствуйте. Разве ты не похож на классного кролика? Ты не хотел бы помочь мне? Немножко. Ну, я... Конечно бы ты помог. Пойдем со мной. Послушайте, леди, я бы помог с удовольствием, но, конечно же, ты поможешь. Потому что ты один из таких кроликов. Приятный, щедрый, приветливый. Короче, ты нет выбора. Не могу не согласиться. К сожалению, да. Я наняла помощника, который оказался самым глупым, бестолковым и бесполезным. Это Дак... Но это не он. Но все равно. Он случайно сломал регулятор времени. И теперь я потеряла время. Во время взрыва. Различные механизмы улетели в совсем другое измерение, в том числе и камешки. Эти драгоценные камни являются важной деталью. Я бы хотела, чтобы мы восстановили этот механизм. Да, но еще одна вещь. Мы должны обязательно собрать все драгоценные камешки. Во время несчастного случая они разлетелись по всему времени. Собаки, да, чем больше камней мы соберем, тем стабильнее будет работать регулятор. Ты понял? А при чем здесь мы? Мне кажется, не камешки, прости. А шестеренки. Разве я сказала мы? Ну, это я сглупила. Ну так лучше. О, нет, нет. Я не могу идти. Потому что я должна остаться здесь и следить, чтобы все было в порядке с регулятором времени. Но не беспокойся. Этот великолепный Дейзи пойдет с тобой. Кто? Думаю, лучше Дейзи? Я пойду один. Бабушка будет очень скучать за тобой, Дейзи. Да, уверяю. Она кого-то говорит круто. Дейзи, а не Тейзи. Слышишь, да? Mm-hmm.
Нет, нет, нет. Нам нельзя есть кролика. Да, не ешьте кролика. Ну я ничего не жал. Это, видимо. Ну, все, касцена закончилась. Загрузка. Гринвич. Это место, видимо, Гринвич, да, называется? Ну да. Заходите в Гринвич. Ну, заходим. Давай посмотрим, что там. Давай. Что покажут. Ну это я помню, что это первая будет локация после Гринвича. А, наверное, и в принципе в порядке захода показывают, да? Ну, в принципе, полезно что-то. Вот, кстати, вот где-то там наверху фонтане, что-то помню, шестеренку находил раньше. Ну ты. Ну сейчас, короче, давай все по порядку. А. Ну это там не скоро, там же возможности какие-то можно брать в итоге. Так, и чё, мы можем двигаться? Сейчас еще тут. Ну ладно, мистер Кролик Банни, время начинать. Ваша первая задача очень простая. Пойдите, соберите 10 механизмов, которые находятся на этой территории. Они нужны для того, чтобы попасть в Эру, в первый пункт назначения. В этом участке игры держите руки свободными. Просто найдите и дотроньтесь до моей птички. Я смогу освободить и развязать вам руки. Ищи и прислушивайся. О, я почти забыл об очень важном предмете. Вот, возьми. Это волшебное зеркало. Это вам может очень сильно пригодиться. Ручки зеркала есть управление камерой. Это особенно может пригодиться, если потеряешь друга из вида. Или он зайдет слишком далеко. Ты сможешь волшебным способом вернуть его, используя зеркало. Поглядывайте в зеркало, чтобы знать, выше, чем ты думаешь. Также иногда полезно переключать управление камерой, используя команду переключения. На этом пока все. Пока. Обожаю переводы эти. Так, ну в общем, я играю за тазы. Ты по мне можешь прыгать, кстати? Я по тебе могу прыгать, могу. Да, попробуем. А, вроде нет. Окей. Отскакивает, как от столба какого-то. Моя морковка. Так, ладно, давай, не будем так друг друга бить. Она сказала 10 шестеренок. Да, 10 шестеренок. Тут смотри, тут можно вот тут посмотреть вроде. Да, тут не очень удобно, тут тоже какие-то косяки. Не, подожди. Тут... А где-то вроде должно писать... Сколько, типа, из скольки. Вон. А, это общие шестеренки. Да ладно. А, кстати, что ты хочешь сохранить игру? Ну, в плане, что на будущее, что все равно. Что-то, смотри, нам пишут на Твиче. Тьюсус. I am not understand. Так, слушай, давай, наверное, хламоновский чат рублю, наверное, тоже могу Твич. Давай. Или хотя, ладно, чё там. Оно меня не знает никто на Твиче на твоем канале. Ладно, я сейчас на СК2 буду. Ядрить, какое долгое сохранение. Ну это же Sony PlayStation. Она что-то там про руки говорила. Она может развязать руки и так далее. Так, как выйти? Давай пойдем уже шестеренки вон. Давай. Давай заставки смотреть, конечно же. Я объясняю, что ты делаешь, потому что ты что-то помнишь? Ну, в принципе, он может сказать. Запрыгни на голову этого парня, чтобы остановить его. И стукни или прокрути, чтобы сбить его. Потом забери механизм из его рук. Ну ты, конечно же, знаешь, это означает войну. Ну то есть нужно на бушку ему прыгнуть, насколько сказали, потом ударить. Ну давай, исполни. Я могу. Так, ну ты должен уметь. По-моему, слишком медленно для него. А, да, он это. Опять завис этот звук? Да. Печалька. Не, но он пропадает, если мы опять к ребенку подойдем. Насколько я помню. Но он пропал. Вот. Чтобы побеждать таких здоровяков, как этот, ты должен вымотать его. Пусть побегает за тобой, пока не устанет. Когда он остановится, пусть получит. Удачи. Побегать это твое. Как же мне справиться со всеми этими вещами? Да тут без разницы вроде. У тебя по скорости так же.
Хотя он за мной гоняется. Просто бегом от него и ударяем. Это очевидно, конечно. Бегаешь ты, ударяю я. Теперь мелкий тебя тут. Ну блин. Не беспокойся. Когда это произойдет, найди эту специальную упаковочную коробку и стукни. Давай, проверь ее. Не. Ура. Ну о чем я думал? Рекоменд, это дам мне силу. Не так ли? Когда кто-нибудь из вас устанет, второй продолжает поход один. Чтобы вернуть потерянного товарища, найди эту специальную коробку и взломай ее. Если энергия закончится в обоих, то это проигрыш. И нужно начать с последней найденной упаковочной коробки. Как-то не очень понял, откуда мы начнем. Ну ладно. Когда последний. Ну, короче, вот. Не, с последнего места где-то коробку открывал. А. Или я. Также можно тебя убивать, допустим, и обузить. Ну как минимум. А, ну тут плыть-то надо. Будем сказки слушать, ли? Ну давай. Время купаться. О, господи. Тут перевод божественный. Просто шучу. Чтобы изучить подводное пространство, нужно больше, чем умение просто плавать. Ты также должен уметь нырять. Царство написано. Ну хорошо. Нырять. Сейчас. Давай прыгай в воду. Ну короче, ты плыви, я постою, пожалуй. Чё мне мараться? Ну да, я, в принципе, на тебя камеру переключу, и тебя телепортнусь. Могу так сделать. Вот и всё. Да, надо же. Сколько мы шестеренок собрали? Не знаю. Так, а тут что надо делать? Давай. А, да. Цыпленок. Тесс, ты должен разбивать эти коробки, а также подбирать, бросать и использовать их. Готов? Иди работать. Здесь подсказка. Используй камеру, чтобы осмотреться. Это иногда помогает в сложной местности. Давай. По-моему, надо вот эту большую, короче, коробку подвинуть, о, да? О, тебе подсказывают. Тебе сказали, что-то ты разбивать можешь, что-то можешь. Блин, камера, подожди. Ну, ты сможешь сам же ее крутить. Я ж тебе дал управление уже камерой. Так. А. Я с этим прыгать не могу. А, не могу. А может, тебе нужно маленький поставить, а потом... А, да. На них запрыгнуть. Ну или с этого можно попробовать замикрить по. А, надо было другой миг нажать просто. Ну да. Замикрить. Вообще, мне кажется, ты можешь сюда просто подняться, эти по башке прыгнуть и достанешь. Да я достану. Чупак. Не ту кнопку. Ты видел здесь, типа, я зашел? Да. Дайте по башке попрыгаю. Давай. Может. Чуть-чуть не достаю, вроде. И вроде да, чуть-чуть сюда. Да, возьму все-таки. С этого сейчас опять давай замикрим. Вроде нам подвинуть нежелательно. Что так? Да не, вообще просто я тогда кину, надо поставить просто. Да слушай, с коробкой я достану если. Встань. Может еще один приедешь? А. Здорово. Восхитительно. Success. А слушай, я вроде английскую версию играл, что-то вспоминается. Не, я именно в такой перевод играл. Правда, я не помню этих артефактов. Слушай, а мне кажется, вот туда можно забраться еще дальше. Зачем? Посмотрим. Эй, ладно. Не. Да ну. Ну сейчас там явно ничего нет. Ладно, пофиг. Тут только 10 шестеренок.
сказал, что с этими штуками ничего нельзя было сделать. Надо, я помню даже что. Ну давай спросим. Это как вот Твитти, да, вроде? Да, да, Твитти. Чтобы попасть под землю, найди кроличью нору и нырни в нее. Если нора закрыта, нужно норма. Накопать вход. Норма, норма маленькая. К сожалению, поскольку путешествие под землей — это кроличье занятие, то это могут делать только кролики, естественно. Ну ты, я должен это фигачить. Я должен забраться, походу. Отлично. Теперь ты можешь двигаться во всех направлениях. И можешь вытолкнуть несколько предметов снизу. Просто подлезь под них и подпрыгни. Выйти из кроличьей норы ты можешь таким же способом. Удачи. Так, ну ты, наверное, встань на эту. Прикольно, еще 15. Последнюю встань, Дэвис. Нормально вообще. Ой, она меня не пропустил. Вдвоем проще, по сути, получается, да? Ну да, да. Да и меньше действий нужно делать, как бы. Ну быстрее так. А слушай, а там песик. Ну да. Песик. Зачем мы отсюда пошли, так можно быстрее было. А уж шестеренка. Это что-то самая простая вообще. Морковку он собирает. Разговор. Ты ж морковку не ешь. Или это османский я. То он все ест. Так-то да. Come here! Come over here! Еще кое-что, только для прыгунов. Бакс, ты должен использовать свою уникальную способность, чтобы приземляться на хрупкие предметы. Мыхка приземляться. Это очень пригодится. Так, подойди к столбу и заберись по нему. Затем, забери механизм. И иди. О, хорошо. Остерегайся собаки. Собаки? Нам нужна краса, иначе вот эта штука сломается. Камера на меня, пожалуйста, шеф. Да блин, сейчас. Вот. Я не понимаю, как цепляться на стол. Цепляется. 3D-платформа. Великолепно. Когда кому-то еще что-то хотел сказать. Вот он думает, сам бесполезным что-то объясняет. Да. Так, где еще? Там были, давайте туда. Да, были. Сколько взяли, да, посмотрим. 7 штук. Еще, значит, 3 где-то. Давай туда сходим. Вон туда, он явно не ходил. Так, одну я помню, где брать. Еще одну не помню. Да нет, тут, наверное, просто смена локации. Давай посмотрим. Может быть, не кажется что-то. Так, где тут по камере? Да, действительно, ничего. Там в начале... Не, нет, тут точно. Камера. Что с камеры происходит? Да. Ей еще управлять надо научиться нормально. Ну. А как бы тоже инверсионная такая. Так, ну короче, одна где-то около мишени была. Ну там справа. Вон там мишень. Вроде. Ну там, по-моему, только локация, да, там нет? Нет, там да, только локация, туда вроде не надо. Вон. А что с этой мишенью делать? А, стоп, покушать надо. Морковку сожрал. Ну давайте. Во время приключения вы можете находить всякие предметы, относящиеся ко времени. Большинство из них могут использовать только прыгуны. Ты должен быстро пользоваться ими. Иначе предмет, который ты держишь, исчезнет. Но не беспокойся. Он не потерян, а просто перепрятан. И еще. Постарайся не есть их. Это очень вредно для твоего желудка. Че, попробуй. Некоторые предметы могут использовать прыгуны, некоторые только смазки делают. Очевидно, конечно. Я тебя понял. Вот. Тебе нужно потренировать свою зоркость.
Подбирайте маленькие молнии, можете бросать их в разные цели. Они могут также пригодиться, чтобы переключать различные механизмы. Никогда не давай Тезу дотрагиваться до этих объектов. У него есть привычка тащить все в рот, и это вредно для его желудка. Так. Хочешь попробовать? Она еще раз. Доеду. Пас. Так, смена. Здорово. Восхитительно. Начала что-то не договаривать. Может, говорит, Тор восхитрил, что жопу чешет. Хватит жрать. Вредно для желудка. Ни хрена он. Жрет и жрет. Не, пустая. Вот туда. Вон там птичка. А, вон. Over here. Come over here. Чтобы забраться по веревке, по столбу или по дереву, прыгни в том направлении. Как только ухватишься, ты сможешь двигаться вверх, вниз или прыгнуть, чтобы отпустить это. Вообще, конечно. Чтобы забраться по канату, по столбу или по дереву, просто прыгните на него. После этого вы можете двигаться вверх и вниз. Или отпрыгнуть. Такая уж подробная уж тренировка это. Тут просто прикол в том, что разработчики тут изначально закладывали юмор, да, в эту игру. А плюс еще кривой перевод, и получается вообще... Да. Здорово. Восхитительно. Теперь на два слова начинаем говорить. Все, мы вроде все, да, собрали? Нет, еще одна. Вот тут где-то еще одна вроде. Вон. Ну, язычная вообще. А как ее где? А, друг на друга, что ли, прыгали? Не для знаю. Потому что ног, как можно сказать, ухватится за край. Примитивная. Это одновременно перевод, так какой-то. Синхронный перевод. Сначала подойди к выступу и прыгни в том направлении. Че? Подожди, а ты не можешь цепляться за стену? Все? Да. Очень, очень хорошо. Так, и чё? Вот, мы 10 шестеренок собрали. Так, раз вы нашли все механизмы, давайте восстановим эру. Отлично. Еще парочка моментов перед тем, как начнется приключение. Позволь мне представить тебе описание нескольких важных предметов, которые появляются в игре. Я превратился в уши. Часовые камешки — это цель вашего похода. Без них мы не сможем починить аккумулятор. Вы должны собрать абсолютно все камешки. Я нашла несколько в этой эре. После часовых камешков, часовые механизмы — вторая основная часть этого регулятора. Без них он не работает. Чтобы починить машину, соберите все механизмы. Просто дотроньтесь до механизма, чтобы поднять его. Он закрутится особым образом и улетит обратно на Гринвич. Эти коробки спрятаны на каждом уровне. Взломаю все и отремонтирую регулировочный механизм. 7 символов из различных эр были случайно разбросаны и не соответствуют эрам. Ты должен найти их все и вернуть в соответствующие миры. Простым прикосновением. Ищи внимательно, некоторые из них в тайниках. Здесь представляется попытка. Когда попыток больше не остается, игра заканчивается. Они могут оказаться где угодно по всей игре. Чтобы собрать их, просто пройдись по ним, чтобы добавить их к счетчику. Морковка — это твое топливо, твоя энергия. Если твоя энергия снижается, ты можешь подкрепить ее морковкой. А если у тебя полная энергия, то морковка просто накапливается.
В некоторых случаях требуется определенное количество моркови, чтобы активировать объекты или получить доступ в новые места. Эти знаки позволяют перейти на особый уровень. Найдите все знаки в каждой эре, и вы получите полный доступ в ней. Блин, текст более хорошо переведен. Это очень важная вещь. Ты можешь сохранить игру в любой момент. Просто выйдите в меню и выберите опцию «Сохранить». Сохранится ход игры, но не твое точное местоположение. А ты видел? Данным будет сохраниться, не твоя точная. Ты можешь игры, используя инструментальную. Здесь отображается определенное количество механизмов. Количество коробок, которые ты сломал, и количество потерянных знаков, которые ты вернул в соответствующие миры. Если тебе нужна дополнительная помощь, перейди в меню и выбери опцию помощи. Ты можешь также посмотреть буклет к игре. Там есть вся информация, которая тебе нужна. Ну вот. Вот и все истории. Ты отлично справился с своим заданием. Я очень горжусь тобой. А теперь настало время, чтобы начать захватывающее приключение. Давай я покажу тебе путь. Не уж а теперь все двери открыты. Удачи. С этим парнем мне понадобится больше, чем удача. Но вообще-то, я должен еще и летать. Ну не мог сразу переводчик, но хоть чуть-чуть почитать текст и хотя бы хоть чуть-чуть связки сделать. Я стал ушами. Что за бред? Ну, почему не нельзя было там перевести? Ну, допустим, я внимательно слушаю. Ну, в общем, эра отстепов. Что ты по это по горе быстрее поднимаешься? Давай отсюда. Эй, надо же, тут прется какая-то непонятная утка. А ну давай быстро возвращайся сюда, червячок-дурачок. Я тут потерял сокровища. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Ну, я думаю сюда. Лучше не пытайся надурить меня, кролик. А то я точно сделаю с тебя ужин. Всем с кукурузой и тушеной картошкой. Спасибо, что пригласил, Дак. Но я плотно позавтракал. Если тебе все равно, то я, пожалуй, пропущу ужин. Ну тут юмор еще, как бы этот самого кролика этого. Mm-hmm. Ну помнишь же, он всегда грыз морковку и говорил, в чем дело, шеф? Mm-hmm. С таким акцентом еще. Да, кстати, я понял, тут музыка хорошая в этой игре. Что? Музыка в этой игре хорошая. Да. Так. Шестеренка. Той город. Что такое халявная шестеренка? Не знаю. Так, а сколько их как надо, не написано? Еще одна. О, подожди. Смотри. Вижу. Че, будем спрашивать? Давай. Привет вам обоим. Теперь вы выучили все ходы, которые можете осуществить. Остальные ходы вы узнаете во время игры. Ходам по ходу игры. Каждый раз, когда вы увидите такую штуку, означает, что вы можете использовать новый ход. Просто подойдите к нему. Я выйду на вас с помощью волшебного зеркала. Теперь послушайте. Если вы объедините свои силы, то вы сможете использовать специальные приемы. Первый называется прыжок с трамплина. По прыгунчике вы сможете прыгать намного выше, к высоким местам. Ну, это уже веселее. Видите этот механизм? Используйте его. Летающая штука, ну так и запишем. Прыгнуть на голову таз. Ну давай. Так не отсюда, по-моему. Вот отсюда, наверное. Не помню. Ты можешь прыгать, допустим? А, нет. Так, нельзя. Дай, подожди. Чё ты? Странности уже. Запрыгнул. Нет. Дверим. 10 штук, что ли? Да, 10 штук сразу дали.
Че, у меня морковку даже не отнимает. А где я? Так ты можешь это телепортнуться для всех. Ты можешь эти штуки разбивать? А, давай посмотрим. Что? Хочу все разбить. Вот это не разбил. А, это не можешь. Прыгай. Там еще вроде был столб. О. Так жизнь. Я не понял, что это. Это жизнь. Ограниченное количество жизней. Ну тут вроде достаточно хватало. А, кстати, стоп. Давай-ка сохранимся. Ну давай, чтобы не слушать эти все заставки. Может, давай, наверное, в новую эру переходим, так и сохраняемся, например. Да. Ну, эра это долго на самом деле. Да? Ну, не знаю, короче. Посмотрим. Дарк Энджел, привет. С Новым годом. Здорово, здорово. Тебя с Новым годом. Блин, что так халян разбросан там тут. Даже футболе было сложнее. А этих можно бить? Ну, знал, вроде нет. Да нет, тут некоторые халяны, некоторые тяжело искать довольно. А это разбить, что ли? Даже ты можешь разбить? Ну да, некоторые объекты я тоже могу. Тут скотина чуть сожрал. Тут надо 100 этих. А почему дверь-то открывается все равно? Подожди, давай не так посмотрим. Ну нет у нас 100. Вот, тут, наверное, 100 нужно этих. А, здесь дополнительные локации. Это дополнительные либо локации. Либо на них можно 100 собрать. Да, на этой дополнительной локации можно 100 собрать. Так что, пойдем или вначале пособираем тут? Игра чего? Игра чего? Пилот? Ну пошли. А вроде за морковки что-то нужно будет делать. Сейчас, подожди, мне пишут, чтобы я себя погромче. Так, спрашивают, с кем стримлю, с Найтрики. Сделал себя погромче. Welcome. Ну давай, чисто. А, if это нет все-таки, да? Хотите узнать правила, что нет, что? Первая команда. Набравшие очков. 6, что ли? 5, может. Или 5. Выигрывай. Чуп, подними его, нажми квадрат, кнопку, чтобы кинуть мяч кольцо, нажми кружок. Чтобы сделать пас, нажми. Подожди, как-то можно переключать. Давай, подожди. А, вот. Какая кнопка? Квадрат. Смотри, квадрат подбирать, квадрат пас, кружок кидать. А, не, подожди, квадрат кнопку, когда у тебя нет мяча, чтобы отобрать у противника. Это влево-вправо, короче. Ладно, давай. А, значит, только ты можешь переключать, потому что я пробовал, у меня не получилось. Ну, я первый как. We'll crush you, bunny! Yeah! Квадрат снимать? Давай, отвлекаешь. Эй, ну зачем? Я что-то не знаю. Блин, я вспомнил. Эти шрифты, ну... Ну, да, в принципе, ради них тоже скажешь. Что-то не понял, ну что забивать-то? На квадрат кидай. А, ой, аут. Аут, да. Так, ну ладно, пока неплохо, пока не забили. На треугольник брать. Нет, на квадрат. Не, квадрат отбивать, а брать на треугольник. Я, кстати, глушить можешь. Ну блин, а кто взял? Давай бери уже. Попробуй забить. Я подвлекаю его. Да-да-да, таз он такой. Да блин. Да задолбал. Всех убил. Прыгать можно тоже. Чё он здесь делает? В землю, что ли? Ладошкой ударяет.
А кружок ты кидал, да? На квадрат. Квадрат? Да блин. Ой. Да задолбал их, босс. Сюжет, ну короче, там... А как это зовут бабушка? Ну не знаю. Ну короче, какая-то там бабушка заведует какой-то станцией, которая типа баланс времени держит. И потом позвала Даффи Дака, чтобы от мышки избавиться. Он сломал эту башню, все шестеренки раскинулись по разным эрам. И нам нужно их все собрать. Ну примерно так. А это машина времени, там конфуз временной. Ну да, и мы типа вот это сейчас в эру ацтеков отправились. Do you want to try again? А где награда-то? Ив. Нет? Да вроде там же несколько раз надо сыграть. Разве? Не, почему 5-0 все выиграли? Так, а там же этих 100 можно собрать. Это все... да? Да не, подожди. А, если мы 100 соберем, то нам кристалл дадут. А же еще кристаллы. А на сколько еще? 25 даже, да? Хрен его знает. Вроде 25, я не знаю. Давай посмотрим. А тут этого, тут этого нет, это просто одна игра. Ну, вроде несколько раз нужно было играть. Ну ладно, я не помню, честно. Потом. А вот это вот уже другая локация. Да. Самураем во Второй мировой, ну да, тут такие вроде не будут. Мне кажется, мы эту игру за стрим не пройдем. Там такая... Не, это какой ты чё за стрим? О, это банановая локация. Что-то я помню. Так, бомбы вроде я кидать только могу, ты их только жрёшь. Да. Хочешь проверить? Мне норм. Вон там наверху статья есть. Ну, ладно. Потом как туда попасть? 10 просто такой делается. Ну, получится. Эй, чё не взял? Чё тут низкий какой-то. О, давай. О, сейф типа. Не аква. Ой. Так, в воде есть по-любому. Пиранец. Да плыви, ну. Тебя камера. Ладно. Да не хочет плыть, вообще жесткий какой-то. Чё-то тебя там грызут немножко. Как камеру-то поменять? Вон там. Ядрён батон. Ну ладно. Плыви туда. Мимо. Сейчас я тебя сожру. Да нет, не должен. Да? Ну плыви ты. Чё за фигня? Нужно не отпускать, короче. Dark Angel, ты больше прошел? И сколько у тебя? Блин, пол экрана занимает эта рыбина. Не, Dark Angel, кстати, я покемонов что-то забросил пока. То есть, собственно, по-моему, ты даже последний стрим по покемонам видел. Может, давай сюда потом сходим, что-то мне не нравится. Да возьми, да ладно, какая разница, надо будет драйвить все равно. Не, так ну давай тебя вот пишу, ничего. А, ну давай. Нет. Где-то Почта России.
Ну возьми его просто рядом. Слушай, а я не могу им бомбу кормить или что-то такое? Попробую. Что, он квадрат брать? Ну это другой. Глушим рыбу. Где тут камера? Да-да-да-да-да. Вот что-то и вспоминал, что-то такое. Петка, 40 тысяч. А ты опубликовал результат на Солгриновский сайт? И кстати, что-то задержка большая на Good Game, что ты смотришь? У тебя вроде этот стоит в приоритете. Да нет, вроде небольшая уж. На Good Game побольше. Потому что я вроде тут бил. Пойдем плавать, может. Мне, короче, бесполезно плавать, пока ты камеру управляешь. Я вообще не могу управлять. Вообще не понимаю, на каком уровне он. Тут еще не все, да. Тут... Попал? А-а-а. Он просто от рукой пишет. Да ядрить. Камеру. Ну дай мне камеру, я попробую. Для этого возьму, я даже как-то сориентировался. А что-то я не могу тебе дать, почему? Или дал? Дал вроде. Попробуй. Или я мне. Да. Я портироваться в воде нельзя, кстати. Ну... Забавно так плавать. Легче как-то, ну, по модельке даже видно. Их не знаю, это сам. Либо, может, один вот так плывет, а другой вот так. Попробуй. А ты чё жмёшь? Квадрат. Я тоже. Слушай, ты быстрее плаваешь. Девяносто три уже. Еще пираньи есть. Выплываем. А тут, по-моему, нет выхода, да, на поверхность? Есть. Ну, в смысле, чтобы именно на суше забраться. Есть? Есть, есть. Эй, ну куда ты ныряешь? Вот поставь на меня камеру, телепортни здесь. Где-то тут шестеренка, вот. Так, макаки, что тут еще, да, вроде бы. Нет, что-то видел там? Да. Что-то помню, эту пасть как-то открывать можно было. Ну, по-любому. По-моему, надо что-то собрать или что-то сделать. Ну, что-то сделать, да. Что-то сломать, рычаг какой-нибудь. Что, пойдем туда? Пошли. Тут надо, я упаду, да? А, где? Не-не-не. Вот что-то там вот наверху, кстати, тоже вроде надо сделать. Камера еще не быстро реагирует. Это я включу. Кстати, ну давай это возьмем. Блин, ну вообще запутанная локация. Тут кручение, кстати, вроде мне. А, тут молотком на. Ты можешь пройти, да, пока стою? Отпусти. А, нет. А это ломается? Ой, я там еще сто эту, ты видишь. Опустил. Случайно так. Иди ты возьми, а то мне сейчас я упаду отсюда. Да, блин, камера. Да, камера у тебя. Не, ну что-то долго оно. А, да, я должен. Телепорт. О, еще один сейф. А, ее убить можно было. Пожри макоин. Ее вроде брать можно даже, эту макаку.
Так, что там? Возьмешь там? Нет, что? О, она на воздухе? Не, вон там внизу. Где? Вон, видишь там? Либо. А, нет. Где-то там. Ладно. Ой, я упал. Нет ничего. Послушай, вот это как-то вот не нужно для... Там бомба. А, вон разбить можно домик. Покорми. Давай покормим. Может, это нужно покормить? Может, Аза надо покормить? А, не. Отойди. Да, моб не убивается. О. А, надо сюда загнать. Может, на ловушку, да, его. Куда иди? Камера у тебя. Зачем так долго падать? Ну, потому что мультик. Слушай, так, это поломай. Че за 4? Че за цифра 4? 4 этих ящика вроде взяли. А. Там, слушай, какой-то этот был. Вот. Тут спин нужен. Я должен? А, крутиться. А, это выстреливать. А куда? А как кормить? Интересно. Так что? Ну, туда, вот откуда выстреливать будет. А мне нужна какой кнопкой, интересно? Как кидать, да. А, вот. А поверни камеру, у тебя камера. Поверни нормальной камеру с той стороны. Да блин. Что он такое? А, все типа зафиксировал, походу. Помочь? Ну. А, во. Видишь? Пошли. Это накорми. Не, ну куда ты прыгаешь, там же мы взяли все. Да я знаю, что взяли просто. Не увидел. Ты в текстуру застрял. Телепорт сделал здесь. А тут что написано? А, не корми пираньи. Покормили уже. А, подсказки. А, тут сам вспомнил. Блин, нигде тут не запрыгнул. А это что для кого? Тоже бегает тут, да? Тут тоже где-то бабуин. Да ладно. Да не, давай сразу. Карань, все равно потом надо. Давай. Ну как? Где она там? Так, а что намешало это делать? Ну мы упали, во-первых. Нет, а для чего мы в яму-то загоняли? Просто так, чтобы не мешал. Ещё одна. Чё-то подлаги. О, ох, ещё минуса не отсюда. А, всё, минуса нет. Там яма была. Где яма? А, давай. За тобой гонит. Так, встань, Дэвис. Там еще макак. Кидается с кокосом. Ну, а домик. Тоже 253 собрали. Тут вроде около 3000, что ли, нас собрать. Что? А, пошли.
наверх. Тут еще одна локация какая-то. Посмотри, слева от лестницы ничего не пропустили. Сейчас возьму это. Ну то в камеру уже убил. Пойдем. А. Без переключения локации. Я думал, сейчас загрузка будет чем-то такое. Вон ак. А, вот и эта пушка. А, тут три лагерь. Даже... Не, да ладно, у меня нет, это той цены это. Ну, может быть, да. Слушай, я могу как-то выбросить куда-нибудь, макаку намешаться будет. А как ты с утра избавился? Она просто ушла в другое место вроде. А, странно. Стой тут, стой тут. Камеру кидаю. Тут что, крутить, наверное? Ну мне на эти кокосы заряжать, походу. Так, дай мне камеру тоже. Это что? Так ты камеру дай мне. А-а-а. Давай на эту сначала. Так я их зафиксировать должен, вроде. А, вроде. Не помню. Нееее, тут всё всё сложнее. Вдвоём вроде легче. Ладно. Ну всё, осталось одна. Она уже зафиксирована. Давай, покажи мне её. Так у тебя камера-то, я ж тебе отдал. А? Нет. Давай. Всё-таки ушла? Так, и что? Видимо, еще надо. Пошли в воду, там в воде может что-нибудь. Подожди, подожди. В какой воде? Ну, просто упасть здесь, в воду. Может что-нибудь. Туда, вперед? Да. А, что-то есть. Еще течение есть. Гидрит. Так. Я вообще не вижу, где... Давай я тебе дам камеру, ты быстрее плаваешь. Что-то течение, что ли, реально? Да. Поплывём по течению. Давай прыжками. Да нет, давай прыжками туда-туда. А, назад? Да, просто мне кажется, это надо куда-нибудь... Так, лучше наверх выплыть. И прыжками. Быстрее получается. Да я бы тебе сказал. Да вон, смотри. Даю тебе камеру тогда. Ты не можешь выплыть, это планы. Я сам тут все сделаю. Угу, да, тут есть. Блин, ну почему он занырнул так? А, подожди, с фотопада не падай пока. Посмотри, что там. Поздняк? Если что, камеру приключу. Сейчас посмотрим. Я забавно тебя увидел. Так значит, течение тут по кругу, понятно. Да. Там нет больше? Да вроде нет, там уже все, там место. Проверить? Да нет. Так. Туда слева, куда-нибудь нельзя запрыгнуть? Да все, с водопада вроде. Не, подожди, вон еще. А, слева. Запрыгнуть на сушу? Да блин, сейчас. Пока. А, и что один? Может, таких сколько-то надо найти? Ну, 25. Так. Только еще вниз вверх камеру нельзя. Так, ну вот мы оттуда забрались, да? Угу. Давай смотрим вообще, что еще есть вот отсюда. Я что и пытаюсь. Отойди к краю ближе. Так. Там, нет, ни хрена. Ну, вон, а, вон, ну, короче, водопада надо только взять.
Блин, ну надо кому-то одному. А, давай. Давай сюда телепортнись. Давай мне камеру сейчас. Так у тебя она есть. Потом я на тебя камеру телепортирую. Тихо-тихо. Наоборот, что здесь? Просто у меня это невесомость все-таки есть. Невесомость. Где там что-то есть еще? Так, смотрю. Да, блин. О, видишь? Вот их. Ну что-то с текстурами тут не ладно, на самом деле. Так, подожди, давай отойдем, там кое-что снизу вроде есть. Ну да, Тарканзу, так и есть. Но она на самом деле не простая. Посмотри справа, справа от этой. Ну где я стою, короче, со стороны. А, ну все, я просто не видел, что там. Там мы были. Так, блин, Dark Angel, потому что это 3D-платформер, ну, как бы он жесть. Именно жесть из-за того, что это 3D-платформер. Камеру, блин, фиг повернешь, ничего не понятно. А вниз? Но игра хорошая все равно. Да. Не, ну тут удобно сделали камеру, что не говорить. Пойдем к этой пасти подойдем, может там что-то будет. Ну да, для Соньки тут еще удобно все сделано. Да, 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 там пиранья шла. Ну, пасть еще где-то нужно что-то открыть. Не может она быть вот так закрыта. Она открыта должна быть. Ну, давай посмотрим, что прям перед ней. Так. Ну, мы тут, походу, были. Мне кажется, вот надо назад и туда, наверх куда-то забираться еще. А, не. Выдаем. Мне кажется... Ну ладно, давай, ко мне телепортируйся. Мне кажется, сюда все-таки надо. А нет, черта. Ой. А, вон, кстати, наверху. А, я заберусь, давай. Да, блин, что-то... Что за косяк-то? Подожди. Я вроде цепляться мог за что-то, не? Да нет, тут такая хрень. А какие это разобьют-то? А. Вот так. Так. Так, так, так. Смотрим территорию. Мы наверху были там? Да, были. Да, были. А вот это что за выступ прямо возле тебя? Желтый выступ. Ну залезь обратно. Так тяжело залазить было. Я не знаю, какая-то земля не очень. А, да. Заберись, попробуй. Айли. А, я тоже цепляться могу. Вон еще один. Так, а мы тут были, что ли? Не знаю. Водопад. Да, а, да, да, были. Вот отсюда забрашь просто. И куда? А что там в тоннеле? Или тут? А, не понял. Ну хрен знает, может тут еще. Не-не, вроде бы, ну давай поплывем. Вроде уже это туда, в пластике. Где мы собирали пиранки. И там пираньи были. Вот текстуры, блядь, что-то вдали. А тут и много направлений, может быть, в Ампиране. Сейчас тебя грызть начну. Или тебя. И пофиг вообще, я. По своим делам совет. С той стороны посмотрим, нет ли там что чего-нибудь такого, какого-нибудь пути еще одного. Там. Посмотрим. Не, всплывай. Может быть, мы тут все пока сделали или что? Не, ну нужно открыть пасть как-то. Блин. Стоп, а это что за стена? Дай, попробуй. Камеру поставь на меня, жопу.
Не-не-не, явно нет. А это так. Мы стреляем. Но если она желтым горит, то стреляем. И тем более на эту, на кончик. Нужно еще одну такую же найти где-то. Может, с другой стороны где-нибудь. А тут, это да, уже выход, да? Да. Ну тут должно же. Да, это выход. Пошли искать. А там мы сделали или нет? Может там вот, кстати. Да мы там. Ну мы там были, но может там что-то не нашли, но пойдем еще туда. Да. Так, нет, там вода же. Что мы кругами ходим? Ты вообще можешь не идти. Ну да, кстати. Ну нет, так не весело. Хоть какое-то занятие. От... А, он наверх. Лол. Не, по-моему, ты не допрыгнешь с меня. Попробую. Лол. Ну, давай. Бери ты, дурацкую покос. Да тут времени хватает, чтобы одному туда же игроку все это сделать. Да, да, я знаю. Вот, теперь все. Ну, вроде мы тут все собрали вообще. Ну да. Походу. Тут долго были. Пошли попасть. Где она только находится? Вон. А я могу вот так. О! Босс, что ли? Так, что за босс? Как его убить? А, видимо, тебе нужно стоять, ясно? Ну, надо же, наверное, чтобы его кубик попал по кнопке. Да. Заяц и сыдник. О. Ну, я могу. Что-то не жут. Смотрите, что тень была. Опа, не попал. А по тебе стреляют, по мне? Да не знаю. Камень. Там. По обоим. Ну, что-то изичный босс какой-то. Или только первая фаза. Встань на ту. Что, он опять? Да, да, да. Кокосы, кокосы, кокосы. Оба стоим. Да. Походу сюда. Че мне? О. Но это еще к какому-то боссу, типа на самую главную на локации. Давай сейчас тупо дадим. Давай. А ты там тут прыгай. Подожди. Это факел какой-то. А, что-то не хватает, да? Слушай, там нора была, давай посмотрим. Да попробуй тот факел взять он оттуда. А, нора, ну попробуй нору, да. Да блин. Нару войди. А, я должен ее прорубить. Да, да, да. А, стоп, написано уйти, написано. Это уйти, это выход. А, ну хорошо, что я не попал. Не, все-таки факел возьму. У тебя, у тебя камера. Не на мне. У тебя. Я на тебя поставил. У меня не работает. А. Просто странно не поворачивался. Так. Я промахнулся. А, что
Не надувается. Не, во, началось разгораться. Маслица. Ух, макак вообще поджарит. Пукан подгорает. Яу! 500. Ну, а значит, реально все, да, собрали, походу. Круглая цифра. Ну все, крутись. Походу я там не попал. Так, здесь мы точно уже все на выходить отсюда. Это где? А, все, все, да, вообще выходим полностью из локации. Так, куда? Да, налево. Так, камера у тебя, иди, пока один, сейчас, секунду. А. Потом телепортнешься. Вообще диснеевские многие игры прикольные есть. Особенно на Соньке. Так, надо запомнить, что мы здесь были и все собрали. Потому что тут точно делать нефиг. Угу. Да, это легко запомнить. Король Абуна. Че, сохраняться будем? Да, конечно. Пас? На какую, на первую? Да не, я обычно не стараюсь не перезаписывать что-то. Не, ну естественно, когда у меня была PlayStation, я экономил очень сильно. Но тут да. Одна карта на одну игру. А то и две. Вон там что-то можно разрушить, видишь, стоит. Да, вижу. Там морковочек можно тебе как раз нафармить. А это что за дверь? А, мы играли там уже. А слушай, там 100 шестеренок, помнишь, было что-то? Так это, наверное, 100 нужно тут собрать, именно в этой локации. Подожди, найди всех во времени потерянных персон, чтобы собрать кристалл стеков. То есть нужно вот этих плачущих еще собирать. Обязательно. Mm. О. А, то есть если мы всех потерянных найдем, тогда нам 100 дадут. Вот что, да? А, наверное, да. Ну камень точно. О, травка растет. Ну не запрыгнешь. Стой. Стой, у китайского. Привет, брови. Здорово, брови. Как оно в новом году? Так. О, тут ты сейчас должен поднять. Сейчас. Че, сейчас будем? Ну давай. Не попал. Не попал. Подожди, мне надо встать туда? Ну, сейчас встань. Пока я еду. Так, на тебя камеру, если что. Ага. Давай. Оп. Так, это ничего с этим не делается? Слушай, давай попробую тоже встать. А. Ты встань, тоже. Оп. О, неплохо. Mm-hmm. Да. В разные стороны побежали. Там по кругу надо побежаться по-любому. Ну да. Вон, вон эта штука. Возьми ее. Где? Вот там. Ай. Так одновременно. Так, ну давай. А, вот это разрушить еще можно. Да, да, да. Че, нет шестеренок? Блин, а тут много лазить, где можно, конечно. Угу. Так вот, да. Сама себе коробку золотую шестеренку получу. На меня камеру может телепортироваться. Если честно, когда я эту игру проходил один, я даже не подозревал, что здесь можно вот так вдвоем бегать и камеру типа отдавать. Я думал, ну как бы там же на одного это тоже все сделано, чтобы можно так делать. Да, да, да. Ну как бы там
то за одного, то за другого играешь. Погнали, погнали отсюда. Ну да, здесь вроде все. А стоп, а в саму пирамиду мы не пойдем? Да, пошли помню. А сейчас тоже сломаем. Ну давай, дай. Чоп. Сюда? Ну давай, ладно, дай. А, чё? Вращать бараб. Брошать. Come on, smart guy. По-английски. Да, хочу. Смотри, нет написано вместо if. Тебе нужно повторить точь даров, что я сыграю кнопки, на которых... А, ну короче, сочетание клавиш повторить. Так. За свои запоминаю. Все? Блин, клево. Ладно, этот кружок есть. Кружок, крестик, треугольник. Нажми одну. Так. Кружок. Я забыл. L1 или крестик у меня был? Не помню. L1, по-моему. Сейчас сначала. Ну ладно. Давай вслух, короче, говори комбинацию. По крайней мере, ту совместную. Крестик. Так, квадрат, крестик, квадрат. Нас легко. Так, кружок, крестик, квадрат. Кружок, крестик, квадрат, один квадрат. Кружок, крестик, квадрат, один квадрат. Кружок. А, крестик, квадрат, R1, квадрат. Так, квадрат, треугольник, крестик, квадрат, треугольник, крестик, кружок, R1, R1. Квадрат, треугольник, крестик, так, треугольник, крестик, R1? Это у меня R1, а у тебя что-то другое было. Квадрат, треугольник, крестик. Блин, кружок, что ли? Блин, пусть в чате на тебе. Кружок. Кружок? Мне кажется, кружок был. Ок. И последнее. Вообще, что, наверное... Квадрат? Ну, что-то да, на квадрат больше не тоже смахивает. Ну ладно, попробую квадрат. Блин. L1. Ладно, в следующий раз дождемся чата. Давай по три запоминай. Знаю все. А, точно, по три же проще. Чё было, квадрат, R1, треугольник? Я отвлёкся. Крестик. Квадрат, R1, крестик. А. Сколько уже было сегодня? Нифига, он там вокруг барабана, брейкданс там. Так, R1 квадрат кружок, R1 крестик, R1 квадрат кружок, R1 крестик, да? Да-да. Первые три ты. Треугольник, крестик, квадрат, да? Вот это я должен был запомнить. Треугольник, крестик у тебя, квадрат и ты. По-моему, кружок. Ладно, в чате напишут. Кружок, треугольник, крестик. Вроде так. Ну, подожди. Ну, давай, кофе. Да ладно, но он уже мучается, видишь. Пишет нам, пишет, и не успевает. Ну, давай, он сейчас... Ноль. Ну, давай, ну... А, я? Да, ты. Что у меня? По-моему, треугольник.
Ну блин. Ну что ты не запомнил свои-то? Да. Да не знаю, если честно, как-то. Когда ты мне сказал, что мне нужно нажать, я сразу забыл. Квадрат, крестик, квадрат. Квадрат, крестик, квадрат. Блин, вот эти шифты сделали, конечно, вообще жестко. Так. Кружок. Квадрат, треугольник, R1, L1. Кружок, квадрат, треугольник, R1, L1. Я первые три, ты следующий. Давай. Крестик. Этот крест. Да, ну. Congratulations. Давай еще раз попробуем. Вот ты увидишь, что еще шестеренку дать даст. Давай. Что такое? Ну давай. Просто же так. Ну может просто понравилось. И пока это прет. Фартовые, да? Такой же вообще. Кружок, треугольник, треугольник. Новое что-то. Кружок, треугольник, треугольник, один в один. Я первый три, и второй. Что такая же? Да, такая же. Крестик. Крестик. А, видишь, нет, не шестеренка. Жизнь, да, наконец-то. Да. Ну, то есть нет смысла играть дальше. Ой, ну я помню, что что-то еще было за это. Так во всех вроде. Значит, там мы не зря не стали играть еще раз. Шестеренку бы там не было. Этих шестеренок. Там. Пользуйся башкой, не стесняйся. А, камера у тебя что ли? Не, у меня, у тебя. В смысле, ну тупая, короче. Телепортироваться. Эй, ну про морковки разлетелись. На него прыгнуть что ли надо или че? Да, да, и ударить что ли. Это что открывается? Вот тут, видимо, что-то по-моему, нажать. Да, по-моему, она открывается. Так, это чем? Мы здесь были? Нет, тут не были. Поединок быстро поднял. О, слышал, где-то орёт, надо взять его. Этот плачет? Да. Ядрит, ну давай. Этот предмет. Летает. А что надо-то? Короче, это надолго. Не знаю. Похоже на включать. Может мне надо запрыгнуть на тебя тут? Да блин. Опять. Это походу начало Форт Боярда. Вон, иди сломай еще. Где? Да как ты сломай поп. Оно не остановится. Упаду что ли? Даже это не помогло. Камера переключения не помогает.
Давай выйдем. Давай просто выйдем, пойдем. Это без разницы. Не крутись больше. Конечно. Это... Нет, потом найдем. Да зайдем дальше назад, да. Не знаю, почему у тебя такое. На приставке не было такого, значит эмулятор играет. Наверное. Так, эти целые или опять? А, их нет уже. Давай, все. Так где твоя башка-то? Камер на мне, да? Так. Ну сюда успеть. На меня это камера переключи просто. Да зачем телепортнулся-то? А, что надо делать? Наверное, слезть обязательно надо. Или что? Нет, слезь. А я не могу там. Переключи на меня камеру сразу. А, ну. А я мне тут вообще супы стоять, да? И тебе потом, как тебе, я должен тебе успеть. Тебе красться надо. А-а-а! Что-то уже забыл. Ну я тупо бесполезен. Короче, как по- только подставка. Давай встану с этой стороны. Камера у тебя. Хитрён батон. Вот можешь сюда телепортироваться. Не крутись лучше. Что такие я разобью. Там нет ничего? Да, вряд ли. Тут вроде на кручение твое использовать. Все-таки крутится. Пыли. Все? Да. Тут больше ничего нет. Нет, это еще простая. Я помню, там, короче, ветра были какие-то жесткие вообще. Я там мог, конечно, левитировать немножко. Такая музыка, кстати, забавная. Такой круг неровный. Тут все неровно. Пойдем, найдем этого. Да наверху, наверное. Ну, а как подняться-то как? А, вон он. Чисто сожрал, как обычно. Там можно? Я не знаю. Наверх надо попробовать. Может там реально 4. О. Полярно теперь. А. Сказал бы сразу, я что-то не знал, что у тебя нет. Нет, не знаю, что-то высоковато. Не-не, значит нету ничего. Хотя, может и есть там. Давай попробуем. Да не, ничего не. Давай отсюда посмотрим. Просто что-то кажется, как будто есть. Сейчас камера опустится. Ну давай попробуем, чё, подойди, да и все. Нет, так нет. И тут лучше, чтобы нормально было. Хотя, такая, конечно, поверхность странная, да? Угу. Да нет. Нет, ладно, пошли. Говорит, серую шестеренку активируйте, а что, мы это уже... А, так если мы всех собрали. Да, мы же сколько? Один типа написано из... Нет, да. Там один написано один из скольки-то, из каких-то. Мы не видим. Не, кстати, у меня на диске было видно сколько, значит это не тот перевод. Я понял, у меня на диске не было таких косяков вот со шрифтом. Хотя перевод сам был такой же нелепый, но как бы таких вот не было. Может ром такой корявый немножко. Вон, не всех собрали еще. 4. 4, значит. Где там еще можно? Там акма есть.
шестеренка еще и. Ну наверх там точно не надо. Да, ты где там? Ты? Я-то телепортнусь. А это разбить можно? А, нет, там была шестеренка. Там шестеренка уже была. Куда-то нажать. Давай мы не даем. Куда? А это что? Подожди. Да, надо. Локации очень много, тяжело вспоминать без книжки это. А ты с книжкой что ли играл? Не, я имею в виду без книжки это что? Сколько чего? Ну, осталось. А, без инвентаря? А. Да ну. А что-то сейчас что-то делать не помню. Вот мне надо влазить по деревьям, их скидывать, тебе там что-то их в руки брать, куда-то их там ставить, этих макак. Пипец, этих опять шестеренок. Так, подожди, вот там что? Ничего, ок. Ты можешь, а не можешь. Да, где она? О, ты брать можешь. А я не могу. Дай. Ударим. Ее нужно, короче, отнести на эту подставку. Ну, какую? Ну, видимо, там у входа в пещеру. На треугольник вроде ее ставить так же. Надо. И она не убежит, что ли? Не-не. Бей. А, я сам могу убить, да? Да-да. Вы там шестеренка. Удобно вдвоем, так что ходит один, пока там фигня стратает. Видишь, да? Камера. Ядрен, потом он переключается иногда странно. Вот зараза. Получил в башке. Да, блин. Потом возьмем. Бери, бери. Ну, бери шестеренку. Смотри, они хвостами виляют. Встань ты. Видишь, не все. Нет, там 5 нужно. Видишь, там 5 символов. Так мы же тяжелее этих обезьян, в чем проблема? Мы морковки жрем, а не кокосы. Говна больше, видимо. Дотал все подряд жрет. Что ты камеру сделал? А, блин, я тебя затупил. Где? Нет. Ой, блин. Случайно отпустил. Так где? Ты делаешь. Ну я думал, сейчас уже начнется. Не-не-не, недолго довольно. А, от нас вообще на не нажимается, но это бред, конечно. Да. Слушай, давай я вначале сейчас все шестеренки соберем, потому что там может быть мини-босс какой-нибудь. Ну, давай. Типа, чтобы еще раз возвращаться. Наверху вроде нету. Мне кто-то кинулся сейчас. Не, а это макак, это ладно, черт.
Макака тут, ну ладно. Ну давай, раз мы наверху, ну надо было хотя бы скинуть ее. Камеру. Не, ну давай, ладно, положим, просто не пойдем в пещеру сейчас. Подумал. Ты вроде упадешь. И где макака? Вон. Удобно. Нет, нет, а, нормально. Я думал, ну, фигово кинул. Ну, по идее, это без разницы. Не, ну там просто как-то ты на макак кинул. Такое ощущение было. Нет, ни хрена. Это не вода. Это вода? Ну, это лужица. Это вода. Ну, лужица. Да. А, вон, вон, вон. Не, по-моему, скала. С другой стороны, наверное. Вон, просто забираешься. Запрыгнешь? Сюда, давай телепортируй. Стой тут. Я на пальму сразу. Ой, обратно можешь? Я посмотреть просто, может, еще где-то. Увижу. Вроде нет. Ну блин, тут текстуры не прорисовываются еще, может, все. Да вроде шестеренки довольно далеко видно. Хрен его знает. А, привет, Фантомас. Да, ну я тоже, я давно играл, чем в детстве приходил. Ну такая прикольная, посидеть, а, можно вдвоем побегать. 3D-платформер, он и есть 3D-платформер. Что это было? Плюс тут такой еще угарный перевод на русский. Да. Что с тобой? Это был прям, на самом деле. Я не могу выбрать. Все нормально. Ты что-то с макакой не то. Мы его сломали. Ой, завис, сука ты. Ну, выходи быстрее. Где вы? Да не там, ты чё? Тут, блядь? Вон, вон. Сколько мы тут собрали? Уже два звука зависло. Блин, где мы не были, хрен его знает. Тут я где-то услышал этот плач. Наверху пирамида, наверное. Давай это мочим. Валяем вот эту. Че он тебе прям? Они, по-моему, не бесконечные. Эти? По-моему, да. Вроде же. Не, не вроде ресуются, если мы это из локации в локацию. А разве, по-моему, вот этот мы. Он и ходил раньше. И мы его не трогали. Пошли наверх посмотрим. Эй, что так медленно? А, тут как раз таки. Ну вот тут босс, я знаю, что вот на эту становишься, когда 3 находишь. Так, ну а смотри, что тут. А, я. Так, не, давай подойдем, да, куда-нибудь. Это не видно нифига. Стоп, а это что такое за вход? Давай. А, там на драконе. Ууу, вот тут надо сохраниться перед драконом. Так. Потому что на драконе ездить это жестоко. Ну пошли. Там, наверное, третий значок, да, будет? Ну, наверное, давай. Там же жестко будет, поэтому надо сохраниться точно. Блин, что-то как-то пирамида глючит. Ну, как-то, блин, хреново по ней идти. Давай тут по бокам посмотрим, да. Я хочу. О. Я лучше потом. Не, на открытой местности, по-моему, не зависает этот звук. Так, давай, сохраняемся. Эй, что такое? А, это ты переключаешь? Ну да.
Блин, это только первая локация, жесть вообще. Ты че, реально думал, что мы за стрим что-то пройдем? Да я думал, она короткая, че за... Нажимай. Не, у меня что-то не нажимается. Блин, интересно, кто драконом управляет? А я что-то не помню вообще это, то что это. Подожди, сейчас секунду. Оп. Заходи на Cold Onku, смелый путник, хочешь проверить свои навыки? Ну ок, а я не могу нажать. Так, я тут. Давай. Нажимай. Как ты смел, но... Слушай, ты не против через 20 минут перерывчик сделать, или ты вообще хочешь без перерыва? Давай, нормально. Хоть там чаю попить, что-нибудь такое. У вас целый день впереди, Карин. Хочи... Here we go! Не, ну весь день, наверное, тяжеловато играть. Да, ну у меня как бы есть и планы на завтра, на ну, смысле, не на день. Не пулять. Ух, ядрить. А, я ничего, по-моему, не делал. А. Как ты это сделал? Квадрат. Блин, вот там нужно акму было разбить, но придется еще раз дракона этого проходить. Так давай сначала, тут есть сначала? Нету, нету. Только если загружаться. Давай, то есть я только огнем, да, управляю? Давай, 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 давай. Он как-то немножко заторможен. А что это не прыгнул? Я что-то... Потерялся в третьем пространстве? Там где-то было. Блин, я не видел. Я тоже. И все? Или что? Не-не, лучше отдуха какая-то будет. Ой, ядрёно. Управление говно. Я честно скажу. Нормально так. Ядрёно. Ты говоришь, что это? Что сейчас жёстко, пойди. Ладно, потом сейчас пойдём. Так ты вроде тут не все собрал, вон там у нас. Но... Ну ты хочешь сразу? А, мы все равно второй раз придется. Ну давай, come просто on, там мы могли бы тут побежать напрямую. Слушай, мне это не нравится. Куда бежать? На вниз нажимать, прикинь. Я думал, вперед надо нажимать. Да ядрен батон. Это крэши напоминает. Здесь крэш. Да е! Жарит, жарит, жарит. Ух ты, зевака. А я чатик читал. Я тут потею, понимаешь. Ну да, я чатик читаю. Вот тут полет быстрее немножко. Хорошо, хоть не ваншоты. Чётко. Чё, будем? Ну пофиг, давай жизнь потратить. Одну тут не страшно. В смысле? А, есть варианты? Ну, можно было загрузить. А, не-не-не. Так хрен знает, как их брать. Я перспективу не понимаю. Загрузиться только с геймой. Ай, слово. Что там пишут в чате, хоть расскажи. Говорит, какие планы, ваши планы онлайн 24 часа стримить без передышки, личной жизни вам не нужна. Стол этого онлайн 24. Мы же с этого ничего не имеем, только так, поиграть чисто. Ну там еще две пейки. Да? Ну походу, шестеренки то надо собрать. Here we go. Так, ты не зевай там, главное. Тоже. Да ладно, главное шестеренки, а эти окна. Они нужны тоже. Это нет.
Думаешь, тут легко так все собирать? Нет, там слева. Нет, так, не легко. Это не тут. А, не тут. Вот тут, на этом подъеме. Да зачем ты отвернулся? А блин, да, я не вижу. О, жесть. Вот тут ящик. Слева. Да. А ты его разбивать можешь, походу. Ну, видимо, драконов сами. Придется еще раз. Блин. Так, ну теперь справа пойдет. Hey. Там ящик ты не взял. Я видел. Дракон морковь есть? Ну ты спланировал. Ну ладно. Потом. Беги только сразу, не жди. Ну я просто не знал, куда нажимать, я в дверь зашел. Так, беги уже. Блин, тут шестеренки еще. А, это жесть. Запоминаем, слева вначале, да? Одна там слева, короче, запомнил, в самом начале. Играй. Ну... Да не... Молчи. Я помнил этот ящик и нажал, да. Ну и не знаю, случайно отвернулся. Пальцы встал. Планируем. Может, так жизнь фармить можно. Here we go! Мы тут надолго пишем. Да не, в принципе, тут немного уже осталось. Да все, последняя попытка, наверное. А мы тут все А, вот тут одна шестеренка есть еще. Да не отворачивайся, я же вижу их. Я прыгаю просто. Тут перспектива корявая, я помню. Нос черт. Давай, убивай. Вот тут, да, где-то будет шестеренка сейчас? Да, вроде. Нет, тут на мосту, вроде. Да, вон. Как я тут взять? Блин. Нормально сейчас. Тут так, мы... А, ты взял, ты взял. Да, взял, взял, взял. Ну все, осталось только там, от огня, когда бежишь, от вам. Ну тут еще и Акмана, это ты легко возьмешь. Думаешь? Я там? Да, вон там вдалеке. Не прорисовался просто. Все, да? Come on, make a move! Что он сказал? Make a move, вроде. Ну, не знаю. Так, слева, да? Сейчас. И Акма еще будет посередине, где-то справа, так примерно. Если что, Акма можешь сам разбить, по идее. О! Где-то вот на таком. Без перспективы, блин. Давай. Все, берем, где была. Остановился, подождал сейчас. В конце еще возьми на ходу. Жизни что будет. Или шестеренка там будет еще. Не, нет, шестеренки все взяли. А тут даже нету ничего. Все. В принципе, неплохо, но жизнь только слили. Я раньше обычно больше слила. Что я помню такое. Ну чё, давай перерыв. Давай сохранимся. Да-да-да. Не знаю, на минут 10 день. Ну, может, побольше даже, наверное, да, на 15. Так, сохраняется. Прикол, что паузой управляет тот, кто ее нажал. Да-да. Зачем так сделать, не очень понятно. Ну всё, микрофон выключаю, значит, я сейчас без 15. Может, меня часы врут немножко.
То есть сейчас 15 минут. У меня 37 минут на винде. Ну, нормально. Ну, короче, да, 10-15 минут. Не знаю, что-нибудь, музычку, фильм поставь, что хочешь. Не, лень, и буду дольше ставить, чем это. Да? Да, ну ладно, короче. Ну, что, ну, все, вырубай микрофон, давай.
Да. Так, продолжаем. Помню, я геймпад отключился. Да. Все. Что-то меня подлагивает что-то игра. Да, ну это может из-за того, что я сверну. Блин. Твич заработал. Сейчас я пару. Да подожди ты его. Первый убитый. Так, а где мы не нашли еще этого плачущего? Охрен его знает. А может мы всех нашли? Пойдем посмотрим. Может быть. Не, все-таки спавнится эти. Ну когда переходим из локации в локацию, скорее всего. По-моему, не видим мы еще вести. Мы тут были? Да. Да-да-да. А где мы еще не были? Давай попробуем еще пройдем. Сюда, да? Слушай, а канал, кстати, на этом. Короче, рехостинг, он не совсем как хостинг. То есть он грамотно сделан вообще. То есть, допустим, тебя. Ой, то есть моего канала сейчас на СК2 нету, и плеер как бы не работает с СК2. Да ладно. Твича, да, не работает, а проверь. То есть как бы это все равно твой плеер, как бы, твичевский работает. А просто мой. Твой плеер, мой плеер на твоем канале, да, получается? Да. Ты там хоть сёрку убил, а то может там. Ну, сцену там. Да, все, у меня ОБС там видно. Не, мы жили были. Да. Я ему навешу. Скакал. Барабан стучать. Мы тут не открыли. Не, в смысле. А, вот эта нижняя дверь. Так это, по-моему, открывается как раз таки босс. А тут чё? Ну, это эти кнопки. Давай, может, что-нибудь попробуем, может, как-то сломать, может. Да не. Не-не-не. Да это, по-моему, как раз таки вот там, вот то, что с пирамидой. Мы, по-моему, тут выйдем после пирамиды. По левой части идем. Так, у дракона точно были. 100%. Да, там обезьянки вот слева. Ну, подойдем все равно, посмотрим. Ну, значит, идем в пирамиду, может там тоже будет как раз таки потерянный. Хотя нет, он в открытой локации должен быть. Так, да, это точно делали. Тут что, наверху? Это от начала самого. Точно? Ну давай, просто проверяем все. Наверняка. Это что такое? Грин. Нет. Вроде не слышно нигде этого плача. Так. Знаешь, что мне кажется, давай по пирамиде пройдемся по кругу. Там, по-моему, я. Подожди, давай до конца дойдем. Мы дошли уже. А, мы типа туда не ходили, что ли? Как-то тут что-то мне кажется. Король, да. Ходили. Были. Ну все, мы по кругу прошли. Секунду еще. Да, вот, смотри. А, кстати, семь шестеренок еще идет. А, ну возможно они там, где босс. Может на верхнюю вот туда, да? Ну, вряд ли тут видишь, видно сразу по уступу, что он такой не для цепляния. Потому что он попирает. Пошли, пройдемся по пирамиде. Сейчас если. Камеру дал. Кошку выгоняю! Не вижу, куда она. Комнате так. И где-то полстоп. Блин, да везде вроде бы. А, гидрит, тут босс уже. Че, пошли к боссу? Да, пошли. То все равно, а мы, все равно мы выйдем и тут будет. А на драконе взяли, наверное. Не помню, да давно взяли. Так, ну тут походу. Так, не потеряй час, говорит. О. Так, ну встаем. Походу тут, да, вставать просто банально.
чё? Ты не встал. Нужно прыгнуть за педаль. Оп. Тролльное место. Это же этот музыкант. Надо, чтобы он устал же. А, вот бей. Да блин. Подожди. Давай. Да блин, не попал. Да нет, он должен это. Анимация такая быть, как бы. Вот. Все. Бля, они же бесконечны. Нет, бля, же бесконечно. Да блин. Эй, ну я не видел тебя нигде. Где камера была? Пойдем разобьем. А, камера у меня? Да. Все. Ну, как-то три удара еще делать каких-то. Все равно там где-то еще 7 шестеренок должно быть. Я боюсь давать крутиться вообще на самом деле. До этого поганого звука. Че такое слева? Текстурка. Я не успеваю эти диалоги читать. Ну ладно, давай таты разбивай, это реально заглючит еще. Неприятно будет. Ты можешь. А, ну, ладно, я могу и постоять. Мне норм. Я сам попью Hot Torch. Ну, понятно. Акела нужно что-то поджигать. Ну, соберем вначале все. Где-то поджечь, да? Да, а что тут посередине? Чё? Что-то поднимется, походу, или опустится. Так, ну что брать-то? Так, едь. Не, а, ты это хочешь поджечь? Вот смотрю, это не масло или что? Вот это, да. Может, встанешь? Ну, давай. Ну, блин. Спасибо. Вау. Где ты? Блин, из тебя. Смотри, тебя больше нет. Вон вообще. Или... А, нам. Да, нам сюда и надо. Иди за головой. Это быстро, да? Слышишь? Камера у тебя. Блин, че хрен повернешь? А. Понятно. Я стал ушами. А, долго на месте нельзя стоять. Да. Кстати, вон, видишь, какая-то штука? Стена поворачивается. Вот, да, подожди. Забыли. Он что-то как-то слишком подозрительный. Тебе не подозрительно? Ну, не просто так нарисовано. А треугольник можешь там что-нибудь попробовать? О! И дырё потом. О! Блин, что-то это усложняется. Не спрашиваю, что это? А, ну я понял, нужно по очереди. Стой, стой.
Иди разбивай. Там стоит. Ты зашел. А сколько тут надо? О, а ч, нифига себе, смотри, все появилось. Угу. Три... Когда английский шрифт заметил, да? Все работает. Стоп, у нас че, да. Игра на английский переключилась, получается. В этом в зоне тут не допереведено. Это 300 тут всего. Подожди, подожди, я хотел все посмотреть. Смотри, смотри, у нас вся игра на английском. Нет, я имел, хотел посмотреть другие локации, мы все собрали. Golden City это первый, да, вообще? Ну смотри, этих мы всех собрали плачущих. Акмы мы в Golden City одну не собрали. Это самая первая локация вообще, да? Или где мы появляемся? Ну в смысле, это все Aztec Era, видишь, написано. А, все понятно. И тут мы еще 4 ящика не собрали. Ну тут мы еще найдем, наверное. 4 ящика, ясно. 500, да, шестеренок? 300. 300. И 300, да? Зато будем знать, куда заходить, если смотреть, так искать, потом что-то что-то. Тут это стоял. А, да, плач. Тут что? О. Акма. Что, сюда пойдем? Ну пошли. Я думаю, нам по-любому надо во все места сходить. Крутилка тут вон, наверх можно. Да. Ого. Ну блин. Дай камеру. Я тебя ждал. А, уже? Да уж. Такой неочевидный. Телепортируйся. Не? Тебя чисто. Хм. Ну ты слышишь? Да. А теперь... Для чего мне здесь? Чтобы тебе по башке не надо сначала. Очевидно. Давай, бери, бери, бери. Там парковка, потом сейчас соберешь. Потом. Давай. Наверное, встать нужно. А, видимо, тут, короче, нужно что-то везде сделать. Понял, пройди. Бери. Так, я не взял. Они там, типа, маленькая КД у них. Сколько уже, 145. Вот такая рука точно все понимает. Половина. Медведь, привет. Чат сейчас моего открыт. Ой, собрал мапу. Так, где тут выход? Оп. А смотри его. Сюда. Как там, треугольник? Да. А, нет. А, не-не-не. Это другое место. Это кажется, да? Вот спани, вот я. Отличная игра. Отличная игра с кривым переводом. Так. Прям в лужу сел. А так мы потерялись во время. Потерялись. Сломали время. Да. Пытаемся его починить. Не мы сломали. А для чего здесь эта вода запустила? А чтобы, мне кажется, вот, короче, это как-то перелилось, там вода образовалась, потому что мы туда пройти, походу, не можем еще, видишь? Давай я там пошастаю. А, ты должен вообще-то спрыгнуть, телепортируйся. Ну, ты видишь, эти шестеренки там же взять. Так я тебе потом возьму. С той стороны. Видишь, они на той стороне. А ты что, не можешь телепортироваться? Нет, дай камеру. В этой локации, видимо, что-то с телепортами криво. Хотел посмотреть что-то. Ладно. Ну видишь, сюда вода заполнится, мы переплывем.
Ну, чтобы на еще раз повернуть. А там наверху ничего не может быть. Может быть. Вроде нет. Ну не, посмотри. Камера. Давай не на углу встану. Да нет, не сюда. Сюда. Походу это мое. Блин, так просто-то попадать по тебе. Видишь, я тоже. Теперь ты. Так, Акма, ты все собрал уже или нет? Давай посмотрим. Не, еще две. Не, еще два. Два. Стелс еще. Ну, что-то он жестокий. Я не знал, что тут стелс. Сразу так. Че сюда запрыгнуть не могу? Ну, прямо этот, Metal Gear Solid. Да блин! Так, можно это пропускать хотя бы? Я не могу это пропустить, нет. Смотри, наслаждайся. Я еще не понимаю камеру обзора там. Так, где этот? Там ничего нет. Классная же камера. Сейчас вернется. Не вижу никого там. Жалко, поехал, не могу пройти. Да он по кругу, по-моему, ходит, по кругу. Ну, по квадрату. Просто понимаешь, я его вижу в самом последний момент. Так ты подожди, пока пройдет. Вот отсюда. Видимо, тут, видимо... Так, где он вообще? Ну все, иди в противоположную сторону. Так, противоположно нет прохода. А-а-а. Чё, беда. Это меня другое заметило. Да. Видимо, ну, короче, когда вот этот сюда идет. Камера вообще просто офигенно. Ни хрена не вижу. Ну а так он в коридоре тебя не замечает. То есть ты можешь здесь вот в проходе стоять, я так понимаю, свободно. А в тени, может быть, надо стоять. Ты не в тени стоять. Да я не знаю, либо как-то в обзор попадаю, ну попробуй. Не, ну ты сейчас явно стоял на проходе, ну это очевидно было, что он тебя увидит. Успею. Как думаешь? Да успеешь, в тень вставай вот, да, сюда. Кажется, пофиг вообще. Ну я думаю, тут не должен заметить. Может вот так еще, в обзор. А куда нужно? Куда? Дальше иди. А, тут, ну, наверное, влево. Успею же. Супер камера. Лучше не стало. Где он там? Погнали. И чего? На, без левитации просто.
Прыгает. А, я думал, мне прыгать придется, кстати. Вот не знаю, тут с левитациями стоит. Рисковать не будем. С левитацией походим. Хотя, чё, как они меня выглядят? Я же наверху. Ну, не знаю, если там скрипт запланирован, то... И не надо. Да не, походу бегать можно, наверное. Просто не упади. Так, куда мне тут? Как мы? Как мы? Да. Ну как мы? Так как мы? 25. Вот видишь, мы все ящики вроде собрали, акмы эти. Да? А, написано 5, да? Ага. Да, и нам дали 25 шестеренок, то есть их тоже надо собирать по идее. Так вот, значит, что эта цифра значит всплывающая? Ну, количество собрано. Зачем они тащат за собой эту штуку? Если они меня руками просто вышвыривают. Там последняя очередь. Чем задницу чешет постоянно? Ну чешется. Долго на рейсе цел слишком. Чё, такая морковки ни черта нет? О, ура. Или еще где? А, телепорт вообще не работает. Да, я говорю, на эту локацию вообще. Ты еще на ее повернуть? Не, зачем? А, все, вода пошла. Останешься? Нет. Мне нужна... Я вроде допрыгну. Да тебе с берега надо. Не, не, ты чё? Не видно, что где он. А, вон. Вот, вы. Тут левый сломал? Да, еще 70 шестеренок. Или что? Эй, куда ты там пытаешься пробраться? Я тебя уже предупреждал. Я очень могущественный. Эй, прости, дружище. Вряд ли бы ты назвал меня дружище, если бы я сказал тебе, что я гигант. Вот так компания. Дай подумать. Нет. Кое-кто просто не переносит компании. Послушай, дружище, у меня есть тебе предложение. Если ты согласишься, то я смогу тебе кое-чем помочь. Ты бы мог получить то, что ты хочешь. Ну подумай, может договоримся? Ты опять... Ну, ладно. Мудрое решение, Сэмми. Послушай, но я не могу так долго ждать, пока ты там надумаешь. Ладно, сейчас буду здесь. Чё он его отпустил? Я вообще ничего не понял. О, этот кролик. Он опять все-таки нашел возможность, чтобы надурить меня. Простите, сэр, я сейчас уже вернусь. А ну-ка быстро вернись сюда. Что за жесть? Вообще непонятная сюжетная линия вот. Ну это перевод просто. Ну тут, видимо, не кролик, во-первых, был. Ну, видимо, он опять его поймает сейчас. Видимо, тут я должен работать очень много с факелом. Нам факел найти. Посмотреть по углам. Нету ничего, да? А! Я понял, толкаете. Вот. Видел там? Потом факел, видимо, появится. Привет, не пока, ну. И тебя с, с четвергом. Знаете, что пока спать я не хочу? Нет, тоже. Чтоб тебе потяжелее было. Ну, правда, завтра, блин, день. Ну, в смысле, ну, уже сегодня.
он там ходит, смотрит что-то. Но он ищет эту урку. Сейчас как сейчас какой-нибудь это начнет атаковать, да? Не знаю, может что-нибудь включить. Да фиг знает, мне кажется. А, вот факел тебе несет. Как его? Может ударять его на? Либо на башку, либо ударять. Ну просто ударять. Нет, на голову ничего. Подожди. Подожди, может сюда надо его загнать? А не да? Такое ощущение, что там падает просто сверху что-то. Может просто от него бегать уже? О, да-да-да. Берем. Окей, поджигать. А, да. Чё? Подойди, я не могу с факелом. А, понятно. Еще по одному факел. За раз. Где он там? Просто берем, ну чё. Ну, слишком простые кошельки, босс. Времени дофига вообще. Ну да, ну тут просто вдвоем, это... вдвоем явно да. Просто вообще. Ну и одному тут не сложно вроде как. Идем. О, кристалл. Кристалл, да. Сейчас только камера настроилась так, чтобы увидеть было кристалл можно. Это я камеру кручу. Идрить он будет вам, ну как раз под это. Что такое-то? Такой стал что-то посередине. Удачно. Да-да-да. Ничего себе. Отлично, но нельзя терять ни минуты. Вот я нашла еще один камешек. Дак в эре викингов. У вас достаточно механизмов, чтобы попасть туда. Разрешите мне сначала открыть вам дверь. Ну вот прошли это так. Но мы там надо посмотреть, чтобы все собрали или нет. Ну в этом главном. Так, ну тут там в этом. Все, выходи, да. Да не, он кристалл спер, все. Чем? Чего? Опять испортилось. Мы 70 шестеренок не собрали. Именно здесь. Кстати, вполне возможно такое. А, ну я знаю даже где. Где мы повернули там? Да. Зря повернули, оказывается. А если мы еще раз зайдем, нам же с боссом не нужно будет сражаться? Может, и нужно. Мне кажется, вряд ли. А, вот. Вот зачем я этот гараж. Я с той грустью отсюда выйду. Так. Пойдем 100 заберем. Да-да-да. Может, убить кого-нибудь? Морковки пожрать? Да, а, он растет. Тебе вообще не нужна морковка. Ну блин, а? Морковку потерял. А. Почти потерял. Да ладно, не всех нашли? Всех же нашли. А, вот. Хорош. Так, опять? А сколько мы тут все собрали? 393 из каких-то там. А, ну пирамиды, да? Не, ну мы где-то тут 7 не собрали, походу. Да, да. А где? А где, ну? Лестница тупая. Ну все равно давай сюда, потом. Блин, ну надеюсь. Тут не все заново придется. Походу заново. А может дальше бежать просто? А, дверь закроется, по-моему, нет?
закроется. Должна. А он за нами бежит? Не знаю. А вот можно посмотреть, кстати. А, 500 всего там. То есть мы там. Не, мы больше. То есть мы 107 не собрали. Это же где мы. А, блин, а где? Подожди. Я ящик где-то мы собрали один. Что-то жесть какая-то. Ну, мы что-то явно пропустили какой-то ход целый. А это что, ну тут вообще не Сильное место какое-то. Так, нет ничего. Так. А, понятно. На место. Так, это точно все? Да все. Сколько мы взяли? Не, лучше с той стороны. Давай. А, так. По-моему, сюда и пошли, или нет? Да, мы сюда и пошли. А, так все, а там мы, значит, осмотрели все. Чё? 25? Там нету, подожди. Давай дальше, толкай. Чё-то не вижу. Где там камера будет тупая? Нет, нет. Где-то ещё 25. Но я же не мог там пропустить. Нет, ну здесь мы были. Тут тоже были. А это отсюда пришли. Подожди, подожди. Показал, что... Да, я быстро пробегусь. День, вначале. А вот это что, выемка в стене? Где? Вот это, да. Тут была. Я тут брал 10. Ставили ждет. А вот здесь будешь? А, тут это. Отсюда он вышел, да? Походу. Пошли дальше. А там. А, вот. Только что там было. А, давай, толкай. Там комната. Это по лестнице нет. Тебя камера. Чё-то. Да я заперся. Да нет, тут такой. Не, включи. О. Да ладно. Понадобишься, включу. Дойдешь. Тут можешь. Ой, включи на меня. Перепутал кнопку. Может, вот тут где-то? Может, еще. Что же быстро пробегали вроде? Тут нигде нельзя толкать. Вот тут. А, так мы тут и крутили в тот раз. Давай. Ну может там еще где-то вот типа вот такой маленькой стеночки не заметили. В смысле, так все, это ты и нашел это место. А. Вот сюда, да. Блин, не уж что с боссом еще драться. Да вряд ли, это, наверное, будет открыто сразу. Да? И... Ну либо жизнь дадут. Подожди, подожди, где-то тут... Мы там были вот точно вот наверху? Мы сразу стали двигать стену, не стали идти мимо, значит мы не были наоборот вот тут вот. Нет, может, где мы? Наверху может. Наверху были, наверху. Ага. Да, мы тут были. Мы тут брали, я помню. Значит, походу стена осталась в том положении, в котором была. Нет.
Подожди. Дойдешь потом. Видите, вот на положение, посмотри. Стой, подожди, назад, 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 назад. Там еще как бы можешь. Двинь и посмотри. А это куда? Ну так мы, по-моему, не сюда шли в тот раз. Вот тут, по-моему, не было. Че тут? Ой, тут яма нужна. А ты там, наверное, стену не сдвинешь, да? Не знаю. Посмотрим. Вот сюда. Давай, двигай. Двигай. А, да, правильно. С какой стороны? Бенди, короче. Я не могу понять. А, все, еще просто нужно один раз подвинуть. Ну я сейчас, наверное, сам тут останусь. Давай иди тоже. Иди ко мне. Да так проще будет. Где я? Ты вот тут за стеной. Вот. Да блин, что ты делаешь? Где это вообще? Где он был? Ты где-то тут, не? А, не, значит, ты дальше. Я не знаю, там управление нажимал. Подожди, дай камеру. Вон. Давай, пошли. Я так уже запутался. Да? Голки-то телепорта нет, да? Но... Вон, перетащи. Я был куличен. Ну чё ты творишь? Хочешь, хочешь опять так сделать? А-та-та-та-та. А, это ты еще? Че, не осилил? Да, не осилил. Да блин. Ты видишь тень даже этого на ящик? Что-то странно, звук все 300. Че тут все собрали? Ты пипец, ты... Это что-то видел уже, да? Это как Макс Пейн. Ой, Пейнкиллеры. Так, стоп, Да, нам? Сюда. Разве? Слава богу, что хоть не надо. Или надо? Ты не говори, что... Ты убивать? А, все нормально. Чё, you have already won your life to find. Я что-то не могу. Нет, пользу. Нет. Вот. Нет, надо нажать. Вот это вот, но. А смысл предлагать? Что такое? Нажми нет, все равно. Че? Ты турбу что ли жмешь? А, блин. А, ты походу стоишь на том месте, где у тебя заново появляется сообщение, да? Давай двигай. Ну блин, ты покинул эту кнопку. Можно пропускать, да, можно. Кстати, я смотрю, сейчас уже мало стримов на СК2. Мало? Ну, около 50 что ли. Чеф, пока ты двигаешь, могу глянуть. Только 4 у меня показывается. Давай обновлю хоть один. Да что ж, не купить.
растет там, да. Продвинул. Да ты можешь, по сути, где-нибудь стоять сбоку, да и все. Я его тоже бить могу. Ну. Прекрасно. Rabbit. Ну, он говорит, hate rabbit. Типа, ненавижу кролика. Это... Где он? Яуч! Давай, come on. Да, мы ему эту маску надеваем. Вперёд. Правильно, поставляем. Чё-то ничего не сказал. Ты ничего не забыл? Не, не забыл. Чё он скажет? Ну блин, отпусти его, ну. Молодец. Отвлеки его как-нибудь. Блин, твоя ошибка чуть не стоила всего, эти все попытки. А, вот. Так и ничего бы не было. Он, кстати, убежал уже. А, все. Обзрать. Сразу причем телепортируемся. Так, а чё, тут уже всё кристалл похищен. Сколько тут ещё 200 кристаллов этих нужно где-то? Каких кристаллов? Ну, этих шестерёнок. 107, ё-моё. То есть где-то мы что-то всё-таки пропустили на сотку. Ё-моё. Слушай, ну мне кажется, тут повторно нужно играть с этим. Вот эти типа бонус уровни. Да нет, ты же видел, что там не дают, что там. А вроде либо 3 раза нужно, что ли, либо что-то такое. Что-то мне такое напоминает. Подожди, а быстро поднять это что? Это я помню, вращающаяся ерунда, это в конце, да. А быстро поднять это где мы клавиши запоминали, что ли? Ну, не помню уже, честно. А вот это что? А мы вот сюда это... не ходили, лол. Одинаковые блоки, поединок. Что я такого не помню. Мы не ходили, не ходили. Я понял, мы отложили. Да. Таз, тебе нужно толкнуть каждый блок на соответствующую половину, делай правильную комбинацию, пока не достигнешь последнюю кнопку, хочешь начать радовать. Зашли. Ну, понятно. И в чем сложность? Просто толкать пока, но это первый ком. Блин. А, кстати, эти ящики всякие. Ты морковку бы мне оставил. Да ладно, с морковки поживешь. Вот 106 осталось. Вообще. Стой там. Не, морковку надо взять. Ну что, вообще злодей. А, блин. Ищи там. О, 105. О, 5 еще дали. Подвинул. Ну блин, стояло неровно. Парковка, да? Ну все, вот 100 осталось. Блин, ну ты как херня, честно. Подожди, так, тут все очевидно или нет? Не, нет. Да, вроде, так. Вроде очевидно. Короче, двигай пока. Не знаю, не в лом так собирать. Блин, капец, стой. Я вообще тут без... А тут нет уже, да, ни хрена больше? Смешно. Вперед всяких.
Ну поехал. Почему вон там видишь и стоят по углам тоже. Не, ну эти-то понятно. Да ладно. Не допрыгивает, жесть. Блин. А что он спрыгивает? А, так. А, подожди. Так я же не могу ее с той стороны схватить. А, не очевидно, что ли? Да нет, ну, просто немножко нужно дальше продвинуть. Да блин. 3D. Привет, Снап. В такой же позе? Почему? Типа, чего ты говорил? Ты немножко зашел. Да Снап он пришел. А. Слушай, ты можешь, да, пока один тут разбивать? А все уже. А, ну да, пробивать, да, могу. А. А я просто тут. Меня попросили билет РЖД проверить один. Да. С Новым годом, Снап, кстати. Да, и... с Новым годом. Это как будто тявка. Это долгая история. Так, 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 так. Капец, не могли еще сложнее бы лотерею тоже туда сделать? Нужно найти какой-то сайт. Я тоже не фанат праздников особо, но все-таки традиция есть традиция. Не, Новый год еще более-менее, кстати. Ну да. Ну, какой-то как бы иногда такой. Тоже эмоции нужны. Ну да. Ну я все. Все там что ли? Не успел поесть. А, тут следующая комната, не парься. Там еще видишь, там блок. Какой интересный у тебя есть. А ты зря, наверное, желтый подвинулся, да. Как-то фиолетовый будешь туда передвигать. Хотя... Не, фиолетовый это вроде без проблем. Не, как ты его в бок будешь толкать? Понимаешь? Только раньше желтый больше не мешает. А, все, я дошла. Да, Снап, загадки. Да ладно, там еще расстояние куча. Так. Так, вращение где, на этой что ли? Ага. У тебя, Снап, там сколько уже времени-то? Час дня, что ли, да? Прикинь, даже лотерейный билет выиграл. 71 рубль 37 копеек, а стоит 100 рублей вроде. Ну, нормально, что ли. 12.43. Уже, так сказать, полноправная 1 января. Кроме того, ваш билет примет участие в стимулирующем мероприятии, которое состоится 27 февраля 2015 года. Призовой фонд 1 слиток золота, вес 500 грамм, 3 слитка золота по
50 грамм и 70 литров золота по 5 грамм. Вообще этот билет еще не выкидывать. Можно золотишко выиграть. Прикинь, нельзя двигать до конца. Сейчас немножко, пару секунд еще отойду. Тему ведущее мероприятие. Еще развод это, помнишь, вообще? Беспроигрышная лотерея, где меньше выигрываешь, чем платишь. Ну, типа... Ну, а ты, по сути, чтобы не принять участие, ты просто покупаешь билет, да? Ну, нет. А что? Не-не-не. А, лотерейный билет специально? Да-да-да. А, ну... Да, мать купила в поезд. Ну, да, тогда тупо. Не, если, знаешь, типа, покупаешь... Ну, билет обычно там на поезд, и что-то можно выиграть, ну, это другой вопрос. Ну, это да. Ладно, сейчас пару секунд. Морковку пока ставлю. О. А почему я после башни? Это мое обычное состояние. Осталось 50. Ну так я же говорю, это... В принципе, обычное мое состояние в этом году было. Так, все, я здесь. Ну, что осталось? Сколько? 25. Я уже на клавиатуре готов был играть. Все. А где еще 25? Может быть. Мне кажется, все-таки футбол надо сыграть. Вот что-то вот прям вот, не знаю, против. Ну или баскетбол, как он называется, правильно. Потому что вот это обычно вот за такие вот какие-то штуки дают. Ну давай. Там, ну, принципе, мы, в принципе, можем просто выиграли вроде. Ты на перилах нет ничего? Не знаю, можно подходить. Стоит. Вроде бы я тут был уже. А. Так, не вижу. А, вон там вдали. Стена там, да? Не, нет. Ну ладно. Снап имеется в виду, что это, типа, мы здесь культурные и ходим по заборам всяким. Против ИЦ.
Ив. Come on, smart guy. Почему Ив? We'll crush you, bunny. А как его сейчас здесь? Не помню. Не говоришь, надо вот это. Давай, давай, бей. Great. Такая наркомания. Че, еще один мир будем мы сегодня или как? Да не знаю. Как, у тебя есть желание, настроение? Да я думаю, ну пока можно. Не факт, что целиком начать можно, думаю. А. Да, актейс, я тоже заметил. А, да. Странно, он взял в руки, я нажал кнопку. Управление вообще странно. Блин, что-то они вообще не очень. Да. Ты видел, как я перехватил? Хоть пас дай. О, а че? О, это не очень. Если вообще проиграть, возможно. Не знаю. Сам иди там расправляйся. Congratulations! Видел там? Броски прям закинул. Take this. Не видишь? Нет. Ну ладно, жизнь неплохо тоже. Do you want to try again? 10 морков. Морков. Хм. А что за традиция с 3 НК? Походу каждый Новый год проходит, что ли? Тут мы были. И это другие локации. Ну, может, мы там ничего собрали? Это какой? А, не, мы там все залазили вообще в другую первую. Это ж как другие локации считаются. А, да. На это где-то 25 не собрали. Че тут 25 может быть? Одной монеты. Что такое S3 NK? Sonic 3 Knuckles. Может, у дракона где-то там рядом? А ты у дракона вот точно там, не будем? Так там же эти... Прыгающие. Это что же отдельная локация вроде? Отдельно, сразу же. Ай, случайно. Че, ждать 3 часа, опять? Фейковые загрузки. Бежись-ка. Слушай, тут вообще проиграть нереально, наверное. Если это сливаешься, берешь, фармишь жизнь. Love this game. Scott в сэр. Hello. Да можно мини-игру? Какую мини-игру? Ну, где-нибудь, блядь, не вошли в пирамидку какую-нибудь. Вполне возможно. Ну, маленькую. Может, мы не разбили, да, что-то там решили? Может, а вот там наверху, да? Мы все взяли? Взяли мы там вроде. Али, давай по краям посмотрим, может, мы тут где-нибудь край какой-нибудь пропустили. Прямо по этой пойдем, да, и все. Сейчас Snap что-нибудь напишет про мой английский, наверное. Есть что-нибудь? Просто на тебе камера. Че, нет? Вроде по кругу обошли. Да, по квадрату даже. Пошли вот этому, по дракону, может, что-нибудь. Нету. Уж куда-то забраться надо. По-любому где-то здесь должна быть. Кстати, насчет забраться, по-моему, так и есть. Я, кстати, что такое припоминаю, по-моему, я так тоже искал. Вот на вот этих наверху нету. Да может быть, вот типа на той скале какой-нибудь. Может, вот
здесь, здесь. Роботу запрыгнуть. Тут. Оп, оп. Попробуй, как стоит. Не высоко. Ну давай здесь еще встань. По проверке. Не высоко. Да, я... Тоже что-то припоминаю, вот может как-то отсюда. Ну, здесь. На этом и так тут можем запрыгнуть, кстати. Как там? Студия. Да, блин, хорош. Не, ну не сюда уже, тоже. Камеры какие. Может все-таки наверху, на одной из этих сверху мне не запрыгнули? Вроде не видно, чтобы на них можно было запрыгнуть. Может там по кругу побежим? Давай. Что-то. Ну либо за стеной достоит. Тут нету? Нет. Mm-hmm. Просто давай прокручу. Mm-hmm. Тут точно нельзя. Это что у нас? Ну, единый. Этот? Да, это. Ну и так два раза там выиграли. Камера. Я внимательный. Может мы на этом вращающемся барабане пропустили что-то? Мне кажется, мы его как-то бегло прошли. Что-то вращающее. Ну где в конце шестеренка вращал? Что тут? Это тут была это для пирамиды. А вон там что нет ничего. Халявщик. Может тут попробовать еще? Давай я подними оттуда те оставшиеся. Может что и выскочит. Что-то поднимать-то уже забыл. Она больше не поднимается. Ну, зайди сюда. Да, еще запрыгнуть бы. Прощай. Вот туда нельзя никак запрыгнуть. Не, ну хоть вертолетиком попробуй, но вряд ли. Камеру. Студия. Вот там видишь, как будто вот тень какая-то есть. Да не, это просто баг текстуры, скорее всего. Знаешь. Ну попробуй залить. Больше нет, подарить. Далеко. Не видел ни хрена. Значит нет. Ну таких тут нету микрений. Там есть какой-то прыжок один сложный, либо сложно найти что-то было. Тоже припоминает. Пойдем на эту вращалку все-таки еще раз сходим. Давай. Вращать барабан. Come on, smart guy. А, не-не-не. Дерьмо не будет. То есть перепутали. Название, конечно, тут. Да. Хрен поймешь, где чё. Значит, вот это, да, вот это, значит. Быстро подно. Быстро подно. Да, вот это. Давай тут посмотрим. Посмотри в самом начале. Ой. Что-то я тело на камеру дал. Ну ладно. Может там где-нибудь? Может где-нибудь внизу и считай камеру. Да, нет. Перепортируешь. И что, тут, нет, тут нету? Надо это... Ну давай, иди тогда. С той стороны посмотрим, может не все взяли. Блин, ты покемон. Телепортнулся, называется.
А, это реально меня там немножко толкнул. А, блин, ступеньки. Ааа, камера. Сиди. Квартируйся. Телепортируйся. Раньше вроде. Да блин! Ну, наверняка тут нет. А, стоп, а мы же можем тут посмотреть? Так нет. А, да, я понял. Давай крутанись, хоть жизнь, может, заработаешь. И тут нету вас, только снизу. Встань со мной тоже попробуй. Секунду. Или, давай. Или эти... Понимаешь. Попробуй. Попробуй. По-моему, ты застрял там. Бери. Я возьми. Смотрю, может, тут. Да нет. Да, что такая еще камера есть. Возьми, возьми, чё. Найду, он тебя убьет. Нету. Удерживать может, а не нажимать каждый раз, напишет это про что. А, не-не-не-не, нельзя удерживать. Нет. Я бы догадался, думаю. Тут нету. О, 25 шестеренок станов. Не, ну по-любому там 25-ка одной. Стоп, и мы точно именно в этой не собрали? Да, 500, 200, 300. А, именно в этом локации. Блин, и куда? Там были, да? Так, футбол, смотри, футбол там. А что у нас там дальний? То, что мы последний, в самом последнем играли. Что? Не, тут это кнопочки, не надо. Точно в кнопках все сразу. А там всего-то только выиграть и все. Здесь это вот это было. Что самое последнее? А, все, все, вот эти комнаты бесконечные. Дурацкие. Подожди, какие? Ну, которые ты там уходил куда-то. Ну, блин, цветные кубики. А. Ты там точно собрал. Вот эти локации просто не смотрел. Да вроде все собрал. Ну, хочешь, еще раз прибежимся. Ну, по-моему, я там достаточно собрал. Блин, там эти кубики двигаются. А их надо заново, да, двигать? А. Нет, тогда нафиг. А позже. А, да, здесь. Нет, бомба, понятно. А ты с пирамиды никуда не можешь долететь? Давай попробуем, кстати. Только не заходи на середину. Так куда вопрос? Вот вон туда на крышу ты не можешь? Далеко. О, смотри. А там был. Были. А это уступе были? Да. Ну хочешь еще раз сходи, но мы там были. В самом начале мы сразу туда зашли. Там по бокам были, да, тоже вот на этих. Точно. Ну давай еще раз исследуем. Надо было лететь все-таки. Так быстрее.
куда тут еще? Встань под меня. Ты упираешься в потолок. Да нет, тут цепляется он по нами. А, подожди, я кое-что вспомнил. Еще раз на пирамиду. У нас же есть камера. Вот это. А, ну сейчас посмотрю. Я понял тебя. По идее, в ней будет лучше видно все. Подойди к другому краю. То есть смотри сюда, в ближний край. Сейчас. Блин. Это везде прыгаю. Значит, все-таки в каких-то мини-играх этих не собрали. Да тут мы по-любому все собрали на этой открытой локации. В этой собрали. Ну ничего, неужели я в кубиках пропустил? Привет, свита эйфория. Пошли кубики, наверное. Да у нас уже он тоже подгорать начинает. Там кто-то. Либо... Не, на том уступе я буду 100%. А вон, может, сейчас подскажет, где этот. Да, хотя, если в детстве, то, наверное... Ядрить. Oh, goody, goody. What a surprise. А, я что ли? Да, да. Ой. Я думал, он опять будет объяснять. Ну так и надо, все. Нафиг туда. Че, как там? Есть? Да, нажимать. Вот тут if. Надо было тут if нажимать. Да ну, блин, быстрее так пропустить. Давай смотрим по углам. Че лагает? Да не, ну тут не может быть прям по углам. Ну нет. А там не открыто? Не открыто, нифига. Ну на. Двигай. Это не можешь двигать, да? Нет. Ну блин, да ладно. Красиво. Еще могу так важно ходить. Да, начальник настройки. Двигай блоки. Получишь морковку. Морковку я и так получу. Быстрее двигай. Сеть тяжело толкать. За тебя перетолкал. Блин, зайцы, ба. Он достал задницу чесать, честно. Чуть не может подвинуть что ли.
додвинул как раз. А. Да нет, я думал. Вообще сложная загадка. Ну блин, нет. Идите дальше. А, это последняя комната? Да. Ну следующая там, это уже призовая. Что-то в призовой комнате, я не помню, что там что-то находилось. Может туда выйти или дойдешь уже? А как выйти, мы разве можем? Вроде можем. А, уйти на центр зоны. Да не, давай уж дойду, чтобы уж точно убедиться. Ну и жизнь возьмем. Да, это так тут нужно, мы еще ни одной не потеряли. Одну потеряли. Разве? На драконе слился. Утро. Ты с кем разговариваешь? А? На ГГ? Нет, я просто констатирую факт. Это как это меня Торис спрашиваешь, ты с кем вообще общаешься? Я говорю, а мне, ну я что-то не обращал внимания, где мне пишут. Это, короче, на кибере написали. Блин, ты куда ты двигаешь? Ну да. Так стрим это вообще всегда разговор сам с собой. Да. Может фигней пострадать тут. А, весь-то в потолок там. Где? Где-то там уперся. Вон, видел? Ну, слышишь звук? Не сразу падал. Я как-то не обратил внимания. Ну, слышишь, не вижу. Нет, все нормально. Во! А, ну сейчас да. Ты мешаешь. Хороший, хочу упасть. Вообще тупизм просто. Ну нет, и нигде вообще. Ну или чё, хочешь к колонии подойти-то? Да нет. Ну посмотри ещё на всякий случай. Да нет, только ни хрена. Какой-то тупой заяц и всё. Больше ничего тут нет. Да-да. У меня золотой уровень. Может быть надо всех этих чебуреков поубивать? Расщепить, да. Давай, короче, попробуем. Нет, это не сложно. За одну загрузку локации. Ну давай. А, тут вот это ходит. Да. Да.
типа как на первом это. Вообще нулевой локации, да. Гринвич. Хорош. С тебя морковку выбил. Даже тут, по-моему, нет? А, нет. Где-то тут был. Засранец. Ну и коопчик, да? Да. Там точно нет. По-моему, последний. Или, а, нет, предпоследний. Предпоследний. Я прям не попал. Еще смеется. Там точно нет? Нет, да, нет, 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 ну нет. Ладно, уже так хотел проверить. Ну нет, это... Или... Да я был там, я вспоминаю. А тут нет этого, почему же? Мы отсюда, да, забирались еще ты. Mm-hmm. Да нету нет. Тут нету? Кого? Зуз вроде ходит он. Точно не пропустили ни одну. А, вон еще один. Блин. Что-то мало вероятно, что с этих. Это был последний? Хрен его знает, что-то... Лазим, лазим. Ну смотри, видишь, они не появляются. А у нас? Пока что, пока мы не уйдем. Вращать бараб. А это что за вращать бараб? Че? Что такое вращать бараб? Да опять это барабаны. Да? Да, запиналка. А это? А это вот эта вот штука дурацкая с крадущейся, поднимающейся колонной. Блин, названия такие придуманы. Ну вращать бараб, что непонятно. Стоп, звук где-то. Или это ты жуёшь? Не, не я. На смеси я имею в виду, кролик живет. Хрен его знает. А там чё? Да нет, я думал, мы когда-то пропустили еще, может быть, этого чувака, нет? Не знаю где. А вон там не ходит вдалеке? Ходит, может. Ты тут разве не ходил? Подожди, подожди, подожди. Да. А. Занырнуть. Вот. Нет. Блин. Мне кажется, твоя теория неверна. А мне что-то кажется, что так и должно быть. Что, ну, что все-таки надо. Может, это еще забыли? Ну, где еще может быть? Тут наверху Марс. Убили его. На пирамиде нет. Не, я имею в виду тут. Опа. О, жесть. Чё за... Пошли с этой тупой локации. Всё, по-моему, спать пора. Пошли хоть посмотрим. Точно. А чё мы тупили? Надо было посмотреть, что у нас ящика не хватает. Да тут не видно, вроде ли видно. Ну как бы не совсем видно. Да нет, мы же поняли, что вообще видели, что ящика не хватает, и забыли про это. Да. Где оно? Табличка.
все, 1500 шестеренок собрали. 1500, да? 1510, да, вроде в сумме. Да. Да. Еще тут где-то эти шестеренки искать надо. Нет, тут все, мы 10 собрали. Ну, а, это максимум. Че скажет бабка? После часовых камешков, часовые механизмы, вторая основная часть этого регулятора. Без них он не работает. Чтобы починить машину, соберите все механизмы. Просто дотроньтесь до механизма, чтобы поднять его. Слушай, мне кажется, она так говорила. Эти коробки спрятаны на коробке. Так, ну к нам, к викингам нужно. Вон. Холодно. А ну остановись, несчастный, сейчас же. Ты что, разве не знал, что никому не разрешается притрагиваться к этому легендарному топору? Это молот. Простите, сэр, но я уже убираюсь от этого топора. Эй, секундочку. Ты же козявка. Зачем тебе молоток? Меня зовут Мелдон. Хранитель топора мысли. И я приказываю тебе уйти отсюда. О, да, тогда тебе нужна армия. Лучше не трать время и остановись. Ты быстро положи это. Я всемогущественный Ут. Всемогущественный Ут? Ты теперь так называешься? Молния? Здорово. Вроде не похоже на дождь. Молния не похожа на дождь. Ок. Идрит тут шестеренок разбросан. Что ты предлагаешь сохранить? Я так понимаю, кристалл этот теперь перепал к какому-то викингу, да? Ну да. Что сохранить и как quicksafe это нужно сделать, получается? Да, кстати, quicksafe вроде не обязательно, но сейчас сделаем, да, на всякий случай. Это... Там смотрит еще. Все сохранился. Что хотел сказать? А, ну наверное все, пора все-таки пойти поспать немножко хотя бы, а то уже 6:22 время. Это, кстати, я первый раз ночью стримлю, вроде. Ну вот так вот, не так, не вот так вот до утра. Да. Ну, после 7-го уже. 1 января, оно такое. А ты как вообще вечером, что планируешь? Там Digital, что ты хотел вчетвером, может, поиграть даже? А, не, вечером у меня дела, я работаю вечером. Фига себе. Ну ладно тогда. Ну, что-нибудь прощально говорим, да? Ну, эмулятор пока закрою. А ты сохранил? Да. QuickSafe нажал? Да, QuickSafe и карта памяти, и все. Вот. Ну, чё... Все, спасибо, что смотрели. И... Подписывайтесь. Ну, это уже, по желанию каждого. А, ну, имеется в виду, не пропадайте, заходите. Если вам нравится игра, заходите и на мой канал тоже. Да, спасибо за игру вообще на Твике. Да, пожалуйста. Я вообще, кстати, у меня удивлен, я думал, что, возможно, вообще никто не будет смотреть. Да нет. Потому что как бы, ну, Новый год там все куда-то по делам там и все такое. Ну, СК2, он такой СК2, что все сидят, смотрят стримы или стримят. Мне, кстати, вот на Твиче не очень нравится то, что в топах игры те, которые больше всего стримят. Они рандомно делаются. Ну. Но
Да. Как бы вот, допустим, вот есть там Dota, да? Допустим, есть там StarCraft. Ну их как бы легко найти. Ну, люди, там, да? Люди любят смотреть, видимо, поэтому их только. А просто вот такие вот, ну, стримы там по Соньке, их тяжелее найти, даже на Твиче. Хотя там поиск довольно, ну, такой удобно сделанный. Особенно на планшете. Смотрю, да, там. Я даже почти в топе. Но там всего 32 стрима. А что, есть, да? На Твиче? Не, на СК2 ТВ. А, подожди, дай хоть погляну. На 4-й строчке. Ну да. Ну всего 37 рейтинг. Бывало больше. Просто стримов нифига нет, поэтому. Не, ну почему. Все равно я удивляюсь, что люди смотрят иногда. Не, ну вон Фаренгейт стримит. Осу. В топе. Ну да, это нормально. А на Твиче тебя хоть видно вообще, интересно? Да должно быть, да. Я же поставил эту игру. Ну, не, ну как бы должно быть видно, наверное, в день там далеко-далеко, да. А, ну я не думаю, потому что там эту игру, скорее всего, только я стримлю сейчас. Ну, то есть, если включить, типа, все стримы по этой игре, то, наверное, там я буду топ-1 из одного. А если среди вообще русских стримов, то, ну да, где-то там очень-то. Слушай, а нельзя же на Твиче как-то по языку искать? Или можно по идее, сейчас уже? По идее, как-то должно быть можно, учитывая, что когда ты стримишь, ты ставишь, что русский язык. Да, вот я чё ты говорю. Как-то можно. Кстати, я удивляюсь вообще, вот если вот на Твиче начинаешь эти заголовки писать нормально, то народу прибавляется. Как-то находят люди. Ну, это очевидно, потому что находят по игре. Например, я вот иногда бывает там... Подписан на игру сам? Не в этом дело. Сижу там, скажем, в обеденный перерыв там на работе. Думаю, ну блин, надо стримчик кому-нибудь посмотреть. Ну, ищу, например, по Иванам, потому что их смотреть, в принципе, прикольно. Вот, и нахожу, соответственно. То есть, а если человек играет на первой Ивану и поставил там неправильную игру, то я просто не найду. Ну да. Вот, а так ты и ставишь, и люди могут найти именно, если они ищут эту игру. Вот, ну ладно, все, тогда расходимся. Всем удачно допровести праздники. Может, увидимся еще в течение пары дней где-то. Ну, посмотрим, в общем. Ну, все, всем пока.